Короче, во-первых, надо было сразу обсервер давать. Во-вторых, шторм контрит всю эту шляпу. Но это все туфта, мне на самом деле интересно. Ну, вот уже играть, если честно. Просто я, блядь, играю, ну. Игры посмотреть мне интересно, да. А вот это все дело. Так. Блядь. Я знаю, что там я закатаю просто в хлам, как бы, если буду хотя бы 5 игр в день играть. Так, касс сортов упроблил, что ли? По крайней мере, касс продвинул. Не знаю, пробрил он его или нет. Но он продвинут в следующую стадию. Блайз Гоблина, Рейнер Шнамшара, Милка Солнира. Так. Ну, куда-то надо ворваться, короче. Я не знаю, куда тут врываться пока что. Ждем, короче. Так, все здесь. Короче, дожрался такой о стадии. Сейчас подумал. Ну, просто где уже инфесторов не законтрить, они имбовые стали. То есть у меня нет... Если бы у меня было земли хотя бы 150, я пришел бы и забрел бы даже с 2-0 грейдами. Ну, я слишком поздно об этом подумал до конца. Ну, вот стиль до конца воздух, короче. То есть, надо было понять, что вот эти инфесторы, они против воздуха эффективнее вообще. И... просто свить землю сделать со штормом. Либо к земле добавить там архонов всяких, там шляпу вот эту. Так, ну что? Так, что, Милка выиграл соло? Так, потрениться не желаю. Не собирался, не собираюсь. Такого можно разбанить. Это то, что в чатике происходит, не относится к играм. К счастью или к сожалению, я не знаю, но как-то так. Че, Милка в натуре соула выпилил, что ли? Молодец, блин, соул опасный. Сильный игрок соул. Тем более. На Гоу ФСК играют те же люди, что играют на ВЦСе, как.
Нет, у меня нет желания. Да, в любом случае, как бы не важно, кто играет, просто желания нет это делать, вот и все. Так, игру скатал, и все, и хорош. Так, пошел инвайт. Да, возможно, соул на ОЦС покатил, я не знаю. Ну, милка типа, блядь. Дерьмовый интерфейс с 2 на 2 остался, блин, потому что я стрим сейчас в следующей игре. Я постоянно, ну, забыл, короче, что я ставил. Так, ну что же. Геральт против Милки, ребята, Гуфу СК. Мы смотрим, это уже четвертьфинал получается. Не знаю, участвовал ли Соул или ему. Погодите, сколько времени, кстати? 22-4. Может, тех поражением удали, либо Милка два раза чизанул его, как-то я не знаю. Так, Торхов тоже нет, ведь каст идет. Многие уехали на ВЦС уже. И, может быть, кто-то не играл. Так, тут что-то Геральт по типу в первый StarCraft играет. Не, ну прикольно, пробку здесь зажал и убил, короче. И это вышло, киллер проб просто. Ну а, кстати, вот смотрите прикол. Если ваш проб квилоном зажимает, если первый удар этой пробкой нанесем, все, она побеждает ведь. Ведь вдруг никто больше не сможет помочь вообще. В первом StarCraft там как-нибудь бы этих тусанул бы, туда бы вкинул бы и... Они помогли бы, а здесь никак. Так, пилончик там за мейном пошел.
Так, Старгейт на мейне. Короче, мелко косячит, его просто Геральт что-то унижает здесь как-то адептами своими, непонятно вообще. Нексу ставится, у Милки еще не ставится, сталкер. Потери, блин, две пробки адепт у Милки. Он две-то уже успел потерять. А, ну разведывать на одну ту дома, похоже. Еще одна минус пробка. Адепты тут что-то ходят рядом. Напрягают. Так, ну что, гейтики открыты. Милка летает, что оракулом домой прилетел. Че он домой-то прилетел, не понимаю. 25-30 парабам. Здесь же добыча начнется. Строятся обсервер, робо и мортлы пока не строятся. У Милки только-только робо добавляется, а здесь уже и блинк попер. Да, смотрю я на это и понимаю, что, похоже, Милка с Соулом не играла. Просто тех поражений Соулу дали бы, что, ну, что-то здесь не то происходит. Кажется, в РНЖ, а нифига не в РНЖ, смотрите, да, сталкер? Оракул, сталкер РНЖ. Либо Джеральд этот ПВП хорошо играет, слишком, я знаю. Пытается Милка здесь что-то ноль. Просто ноль у Оракула юнитов подрезано. Ну и ревелейшнов сколько кинуто не показывается. Но пару ревелейшнов-то Милка там кидал. Блин, готов. Повезло. Это типа сразу чуть прям по готовности блинков в те же доли секунды блинканулся. Возможно, сбил бы. Но где-то через 2 секунды только как блинк был готов. Джеральд сюда блинканулся. Но все-таки нашел Оракула и сбил в итоге. Милки 69, здесь 81, здесь третий Нексус. У Милки Нексуса нет, у Милки делается блинк. Вот, и плюс 2 гейта. Здесь катастрофа, плюс 4 гейта, 6 гейтов. Выход какой-то Милка собирается делать на призму. Ну а как он сделает? Здесь блинк есть тоже. Правда, и мортлов у Джеральда нет здесь. Ну, можно попробовать, и мортлов-то... А, здесь зато Даркшан есть. Ну, обсервер, в принципе, как бы, если все нормально законтрить, обсервер есть, как бы, и все нормально-то будет. Должно быть, по идее. Ну, да, блин, лучше не выходить никуда, на самом деле, не спешить. На мэне есть что? На мэне есть Джеральд обсервер, которым он видит, что... Абсолютно никакого вижена на мэне нет, то есть ни пушек, ни обсерверов, ничего. Так, один дарк так, 5 залетает, здесь нет, там нет, короче. Я думаю, сейчас залетит Джеральд, скорее всего убьет, что он робу может сбить, как бы, а обсервер там тупо не доделается.
Хотя пока боевого лимита у Милки очень даже неплохой, стоит отметить. И призма тут где-то есть рядом. Вот она, призма эта. Ну, заходить на пилон оверчаш не вариант. На третий никс вариант, да, заходить. Дарки прилетают. Унижение рабочих на мейне. На второй тоже зашел. ГГ. Ну да, тут можно было бы атаковать, конечно. Ну, там с даварпом бы с оверчажами он стопудово подкупался. И все нормально. Тех, говорит Милка, да, Лесову. Демокасу с сортов, он по такой же схеме там произошло все. Так. А у меня хост, а я тут тупо режу что-то, блядь. Сижу, читаю сетку, смотрю, блин. Вот. Неразим тоже там тех лузом, что ли, прошел дальше. Или выиграл все-таки. Здорово, в общем, всем пацаны. Вечерний стрим с гоу-поиска.
Игра приостановлена. Так, говорят мне. Джеральд Нил, Джеральд молодой. Чел Милка пишет это так. Получается, типа, вот, ребята, всем, кто не видел дневную группу на Мастер Колизеум, смотрите, она выложена, в общем-то, запись выложена уже, вот. Фу, как-то я запаренный сегодня побегал, в общем, сейчас погонял по делам, отчинил велосипед, блин, скорость у меня хреново переключались. Поставили новый там этот тросик. Рукава там эти тролливали. Человек мне сделал это все. Спасибо ему большое. Вот, пильну рекламу сейчас. Ну и помните про поддержку. Отблоки включайте. На премиум подписывайтесь т.д. Короче, Милка на 5 минут ему нужно уйти. Куда-то надолго, короче, они свалили, ребят. Давайте пока группы на ВЦС посмотрим тогда, наверное. Что тут еще делать-то нам? Говорят, там группа есть уже. Так. Так. Победил в открытом бою. Да, он сортов на ВЦС, наверное, уже уехал. Короче... Шоутайм, Сувелир, Флер, так, Роуд, Аверс, которого не будет. Вот группа проходная абсолютно у него. Только Ламба сильный здесь, вот в первой групповой. Вот. Так, Вортик, Соул, так. Дальше. Фидрога, Соул. Кас, который тоже не поедет, блин, билетов нет. Ну, кстати, Стрэндж тут. Санстер, Инди Рейн. Рейнг. Ну, Индия, я не знаю, Индия. Да проходные, Занстера может убить, Стрэндж, всех тут он может убить. Минато, дальше и Ваня. Мифтик, нифига себе. Ну, Минато точно проходный. Я не знаю, дальше смогут они осилить, как бы, Минато, Ваня. Этот, вот это вот чело должно. Хотя он тоже светится в последнее время. Сложно мне сказать, но кто-то должен. Хайчу, блин, двух наших в одну группу запихали, а. Анализки хейтми. Блай, ДНС, так. Ну, Блай тут пройдет, ДНС тут только сильный. Это вообще не знаю, кто даже. Стефан Жлян Денвер. Так, я наш хочу. Снутблок. Ё-моё, и здесь двух наших в одну группу запихнули, но Hellraiser, к сожалению, так получилось. Теперь эта история уже на форуме, блин. Я вообще не знаю, зачем она там, правда, на форуме нужна. Так получилось, что, короче, Hellraiser, Кас и... Аверс, они никуда не полетят, потому что они, блядь, билеты взяли на сентябрь вместо, короче, июля. Ну, вот бывает и такое вообще. Вот. Ну, значит, Арктуру нужно выиграть, он Black Knight, это все. Ну, Снут, я не знаю еще там как. В любом случае, вторая групповая будет напряжение. Вот так вот. Первая, это так вообще, хрень. Вот вторая, да. Ну, в первый день, я так понимаю, так, 13-го, все. 13-го все групповые пройдут, так, 13-го, а третья групповая когда пройдет? Тоже 13-го. Ну, короче, как и до этого было, то есть первый день все групповые стадии получается вообще. Вот. А плей-офф это уже 14-15 число. Это 14-е все матчи подряд. Короче, будет интересно. Игра возобновлена. Так, зажал Милка в рубку, но Джеральд вовремя кликнул там домой, в общем-то, и почти ушла пробка. Точнее, не почти ушла, она ушла. Они... почти ушла, она погибла бы, по идее, да, как бы получается. Вани не будет. А, точно ему ж нельзя. Ну... делать. Выдвигается Милка вперед в этой игре нормально пока. Оп, еще и
идеально на последней секунде пробку минуснул здесь, молодец. Так, Минка пришел, здесь пробку подрезал оппоненту. Твайлайт на мэйне у Джеральда. Ну что, гифты открываются, пора буст мне переставить. Что вот он здесь стоит, не пойму я. Здесь, правда, то же самое происходит абсолютно. Но это Твайлайт сейчас переставит, Джеральд точно будет. Милка так эту порезит, никуда не представляет. По сути, здесь два адепта умудрились залезть. Какой-то кривой пил, очень пошел. Ну, одного адепта Милка подрежет, второй уйдет. Ну, Тамилка здесь потеряет двух адептов. Зато Сентрю минуснул. И пробку минуснул. Зато даже окупилось, можно сказать. Мазеркор минуснул адепту. Ну, Роба Милка спалил. И даже чуточку в плюс. По лимиту здесь был в какую-то секунду. Блин, там, а там делается пробка. Как-то строится кривовато. Надо сделать обсер. Да, обсер делается. Еще два адепта полетели. Да, будет ли пуш или нет, не знаю. Здесь от Джеральда, может быть, и пуш будет, может быть, и нет. Скорее всего, наверное, не будет пуш, хотя тоже 2 гейта он ставит. 4 гейта, сейчас стандарт, то что ли, я не знаю. Так, здесь 2 оверчажа на адепт Милк потратил, но все-таки выбил их без потерь, получается. Будет он атаковать или нет? Вопрос пока открытый. И ты добавил. А если атаковать, еще 2 делать? Либо в третий Никс уходить, я не знаю. Блинк есть здесь, фаржа пошла. Ну, тоже как бы не спешит третий Никс уходить. То есть, куда атаковать? На вторую чисто не пробить, наверное, будет вообще. Так, у Мелки 8 сталкеров гуляет. У его оппонента здесь 6 ходит. И вот с этой ксилнаги слови ее, вот тупик, ё-мо. Не, ну Милка. Ну видно же, куда идут, блин, зачем он? А, он хотел в размен пойти. Так а что здесь он хочет сделать, я не понимаю. На третью надо заходить тогда. Блинками надо заходить тогда. И чего это было? Ушел назад, сейчас третит здесь. На муве просто встречает, выдает. Хера, блин, как-то к ним было сейчас. Короче, здесь странно. У Джеральда меньше сталкеров, он еще Милку умудрился как-то тут разменяться, как по уровень, можно сказать. Ну, тут тяжело было сзади. Армия подходила сюда, эти подходили. Ну, всеми не надо было блинкнуться за теми сталкерами. В таких ситуациях надо, вот они здесь стоят,
И сюда блинкали, у них несколько, сзади блинкнулся и их убил. Если один сюда, за ним там блинкнул 2-3, чтобы его добить. А эти сюда блинкнулись, этими сюда, за ними погнался, как бы, ну, то есть как-то так делать. Так, ты Милка словила адептов харасящих, ребят, что-то я задумался сейчас. Запарился, тыкаю, а сам думаю, какой-то хрени уже, а Макси, думаю, там поравятся, как поеду и т.д. вообще. Тоже вел хочется, я на купить просто вел. Если, конечно, средства позволяют. В принципе, вел разное было. Купить-то можно, вел это хорошо. Не, уже трансмиссию надо менять, все там менять надо. Я вообще задумываюсь, короче, о том, как вот новый велик взять. Ну, пока что-то летом как-то средств немного вообще. Сейчас много поездок всяких будет, вот. Я живу. Ну, вот. Я здесь, среди теней. Помните, я вам рассказывал, что Гера там процессор нашел, человек. В итоге человек каким-то, ну, непонятная оказалась история. То есть, брал у меня уроки по Старкрафту, еще я посмотрел по истории на Киви транзакции. Еще, блин, в феврале, в начале февраля, вот, то есть и деньги мне, получается, присылал, как бы. Вот, и все дела. В итоге оказалось, что, ну, он там все собирался при... Ну, там, сначала в Питере встретить собирались, что-то не срослось, потом приехать туда все собирался. То машина была сломана, потом на автобусе, в итоге не приехал, просто загасился, как бы, ну, то есть... Ну, должен был и просто все дела, причем я ему послал денег, там у него, типа, не хватало. Я подумал, блин, кинул, короче, потому что я проверил айпишник, как бы, попросил ледокола. Оказался Нижний Новгород, короче, Арзамас. Ну, и телефон оттуда. В итоге... Вот, в итоге деньги назад он мне все-таки прислал. Ну, как бы в чем был прикол, я так и не понял. Никаких процов, никто не приехал, как бы, ну, то есть, какая-то сложная очень схема, я вообще не вкурил. В чем там дело? Так, Камилка на мейне, смотрите, у Джеральда харасят здесь, и, кстати говоря, вполне себе неплохо он это делает. Но только нужно было вот сюда залетать, ты сук на этом пилоне. Твайлайт, фаржа, 3 яйца, 2 роба. Жесть вообще какая-то. Еще книгу бы в призму бы и мозг вот своих вот засаживал бы, был бы вообще красавца. Вот. Приор контроллер. А что летает? Что хотел? Что у нас здесь под двумя иммортлами? Контроллер что-то тупорезил. Вот, так что процессор мне на, ну, за какие-то деньги с материнкой халявные. Борода, вот, нужно будет обновлять, короче, как приеду с Макса, что-то за свое, походу, дело париться, как бы, за нормальные обычные деньги вообще. Ну, вот эту схему с Герой я вообще не понял, в чем прикол, его, ну, я уже парился, думаю, блин, что такое-то вообще. Может, я под колпаком, блин, какие-то обменки меня выходят. Думаю, подумал, что я паранойя вообще. Какие-то странные блинки, но дестабилизаторы, тем не менее, вообще не попадают. Вот.
общем-то, мы разберемся в итоге, что к чему. Надо писать будет в мире. Может, человек просто врал, как бы что-то может развести на какие-то большие деньги. Хотя не знаю. Короче, может вообще все это правда, блин. А обиделся, как бы не знаю. Ну, вот последний вариант самый маловероятный. Так, что делать с тиран выходит? Ё-моё, вы видели, что произошло сейчас? Все дестабилизаторы Милки были взорваны буквально там одним выстрелом Джеральда. И в итоге Каррера, вот только два у него есть у Милки сейчас Каррера. Ну, что-то как, погодите. Да варпа от Милки дестабилизаторов расхерачил, Джеральд там своих просто сталкеров крошит дестабилизаторами. Блинкает себе Милка, как никогда не блинкался. Блинкается сталкер один, все лишь погиб. Еще нужно, блин, делать здесь КД. Долго еще очень идти будет. И это очевидно, что он очень долго будет идти. С Кайрерами идет вперед. Плюс мазершип у Милки дома. Кстати, Милку-то смотрю, так через Кайреров. И неплохо здесь все делать. Так, сплитончик пошел. Дестабилизатор еще тупо лезет. Кайрером отсюда теперь не уйти будет, кстати говоря. Хочу ваше внимание на это обратить. Вот куда нахер сюда летел? Ну, прогнал маленько назад-то отойди. Зачем лезть так далеко, я не пойму. Там тоже кайреры делаются уже, ё-моё. Два у Милки, один. Четвертый не уничтожен. Потом дестабилизаторов убивает. Косяки Джеральда, конечно. Все было прекрасно, вот после того, как здесь принял сталкеров. Зачем сюда полез двумя кайрерами? Ладно, сталкерами проврил, дестабилизаторов укуснул, отошел назад. Но кайрерами-то сразу не лез бы туда просто, и все. Ну, есть еще шансы, потому что мазершип есть, но минимально, если честно, есть шансы. Это Милка тупо лезет здесь кто-то. Хороший выстрел сейчас от Милки прошел туда дестабилизатором. Смотрите, по лимиту почти сравнялся. Кайры с кайрами бьются. Ищут сталкеров много. Джеральд сейчас начнет фокусить. Милка сам фокусит. Грейдов на воздух нет ни у одного, ни у второго. Мазерши без энергии пока что. Дестабилизаторы хорошо бомбят. Кайреров Милка фокусит. Да убей ты Кайрера. Куда он атакует-то? Че он делает-то? Ёп. Какой убогий контроль. Что сейчас можно было контролище? Добей ты Кайрера этого са... Ушел. Бомбит у меня, бомбит. Реально бомбит. Здесь Даварп. Сталкеры заходят на дальний ник. Проходят по второй базе. Ник чуть пытается здесь ловить. От блинки назад это не блинкается ничего. Дестабилизатор залпы делают. Два Кайрера смешных каких-то есть. Ну, пилон фокусил, ушел вообще. Тут 36, 75-й Нексус. Не, здесь, короче, перемасил Джеральд. У Милки даже грейд, ё-моё, на поля есть, что самое интересное. А у этого нет, товарищ. Ну, там по три карьера строятся, там экономика у Милки, экономика слабее намного. Карьеры не строятся, и это ГГНчик. Ну, на самом деле, бился нормально, как бы. Если бы не вот эта ошибка, когда погнался, то... было бы все хорошо бы у Милки. Но погнался и обломался. Три дарка, одну фотонку приходит. Минус одна фотонка. Он здесь со всей же Милка телепортнулся. Еще рабочий тупо резет, блин, у Джеральда. Зато есть 6 карьеров, я не знаю, что он медлит. Надо уже идти, по-моему, вперед и ставить точку в этой игре. Но он не спешит этого делать.
Там пятый нит. Ну, а может прийти нит сменить, да, вообще. Так, 6 на 4 га, здесь архоны сливаются. Ну все, не, ну здесь, короче, ждем ГГНчик вообще. Сто тридцать девять, 8 кайров на 5. Ну, Милка продолжил в продакшн. Ну, тут сейчас еще плюс 1 на кайров будет. Архонов здесь нет, ни хрена нет. Ну, экономика, конечно, слабее. Что тут сделаешь уже? Все, плюс 1, там 7 секунд, да, плюс 1 остается. Надо идти здесь, мазершип дэмэджа на тоже получается. Так, дестабилизаторы архонов пиздули сразу, ну а толку-то, ё-моё. Толку очень мало. Хотя Милка Кайров неплохо фокусил, начинал фокусить. Что себе Милка тут дает вообще? Эх, кто он так вообще разобрал? Ну вот что, вот реально хочу обратить ваше внимание. Милка сейчас, при этом всем он даже не имел гравитонных катапульт. А суть была в чем этой битве? В том, что грамотный фокус и грамотное понимание того, что в бою происходит, это ключ к победе вообще. Лимита больше, грейды лучше у Джеральда этого. Но Милка взял просто, пока ему мазершип фокусили, дэмэдж кайра ретирали, он райт-кликом всеми юнитами кайров чик-чик-чик и все, и дестабилизаторами архонов убил. Подрался идеально для этой ситуации, но не хватает... Опа, а лимита-то боевого столько же, кстати. Сейчас можно и проатаковать хорошо Милки. Главное, сейчас дестабилизаторами залпы не завафлить просто в никуда. 96-80, Милки больше, 100 на 78 боевого. Это только воздух строит, Джеральд, и не делает землю вообще, смотрите. Надо заходить сюда, заходи, Милка, Ревелейшн кинул, молодец. Заходит, фотонки бьет, дестабилизаторами, не надо патроны тратить. Ну все, здесь архон остался. Да, ну зачем спешить-то так, не пойму. Так, муки против мубиус. Джеральд кайров заходит, начинает кайров атаковать. Милка сам пытается кайров пробрить, но тут архоны фокусят. Залез глубоковато сейчас Милка очень глубоко. И прирост здесь выходит у Джеральда этого. Дестабилизатор залпы делают, там делки на сталкеров налетели. То есть прям попал в ловушку. Нет бы под призмой вот здесь вот Нексус этот сносить, вот этот вот. Нет, полез куда-то. Ведь мог же пробрить, вы видели? 100 на 80 по лимиту было. Стой под тем нексусом, стреляй дестабилизками, все нормально. Так, ну, с Кассом, Блайс Рейнером. Ну что, играет Касс? Так, не разим, тут ждет что-то. Давайте молодняк посмотрим, рассказ, как он играет с Рейнером. Вот. Вот еще раз смотрю билд у Милки.
Для Бенни просто доварпливай, заходи на ХГ, нормально потом и все. Дестабилизаторами стрельнул в пустое место, зашел наверх, оказался между приростов, бас там просто. Зачем полез туда, хрен знает. Ну, он хотел быстрее здесь разобраться, да, но надо было выманить к Нексусу вниз, его туда заставить ошибиться. Но не смог Милка этого сделать. Просто архоны с зилками зашли, пока сталкеры воздух фокусили, они там по земле все рубили в хлам, короче. Это Авокадо, кстати, тиран. Вот. Как-то так. Атакована. Улучшение командного центра завершено. Так, ну неразимый пилончик тут на рампе есть. Я не знаю, Мазаркор успеет туда прилететь? Нет, не успевает он туда прилететь. Так что Рипер попал сюда, на вторую базу, получается. Адепт куда попер? Ёп, красота, блин. Удар не успел сделать адепт, это фейл. Все-таки Рипера минус нули. Марики, факта, старпорт, ребят, передруп с минками намечается, вполне возможно, от Авокадо. У Неразима робот Вайлайт плюс 2 гейта еще будет. Так, сделается блинк у Милки. Ой, Неразим, простите, Милка проиграл, к сожалению. Здесь две лабы по два барака новых на старпорте и с факты там было. Реактор попер старпорт на реактор, может перелететь, а здесь начнется продакшн, как бы, грейдов, получается, стимпака, щитов. Бараком надо перелетать, что он не перелетает. Здесь еще один реактор, может минки будет строить, не знаю. Так, здесь медивак подлетает чуть. Бараками очень долго думал, прежде чем перелететь этим бараком Авокадо. Здесь Неразим вроде сконтролил. Пробки подставляются, мариков что-то многовато. Минку минуснул, да, варп идет сюда. На мейне Мазершипкор прикрывает, на мейне это все нормально.
Третьего Никсу, правда, не ставится, ничего не делается. Здесь сейчас Steam щиты поют. Минки добавляют, сейчас миди-ваки начнут строить. Тут два газа на второй. Пока у вака все нормально вообще. Так, третий Nexus попёр. Так, 4, так, 4 гита унеразима, 3Е7 будет, соответственно. Адептом Глефа пошли сталкеры на блинки уже. Ну, по фотонке в рабах, наверное, надо впилить было бы ему, я не знаю. Хотя какие фотонки, его сейчас в лоб просто убьют этим выходом. Сейчас плюс 1, сейчас щиты через 10 секунд. Стим уже есть, как бы, и неразим вообще просто, смотрите, он... У него не обсервер, ни хрена, кстати. Паузу неразим просит. Вот опция был. Неужели он не видел выход этот? Ну все, 10 Нексус тут менять придется, рабочие все погибнут. Армия, во-первых, она смешная. 4 сталкера без центри адепт. Это просто разорвано будет вот этим делом всем. Колосса нет. Короче, это почти что ГГНчик вообще. Игра. Спустился неразим, но еще спустился. Спустился и люлей здесь снизу получил, ё-моё. Сидел бы дома, блин. Шансов больше было. Подкопился там, гантелечку потягал бы. Уроки Брюс Ли посмотрел. Авокадо бы его не развалил бы там, может быть, чуть позже. С колоссом БК вышел. Здесь 4 медивака на мейндроп. 2 медивака на вторую. Минки по рабам. Бабанчик делают. Не слабый такой. Но этот-то дроп убьет, конечно, неразим на второй. А на мейне. Убьет ли он что-нибудь вообще? Тем более здесь дроп 4 медивак. Ни много ни мало происходит. Ему почему-то нет. На мейне оверчаж выставлено. Не, ну тут просто разорвало. Вот. Смотрите, с двух сторон здесь идет движуха. Потери давайте глянем. Что-то вообще катастрофище. Катастрофище какая-то. Не супад, ГГ. А, здесь призма летает. Ну тут совершенно что-то несравнимый дроп. 2 адепта плюс против 6 медивахов, да, как бы. Мейн уже упал, ГГ не один. Ну понять, что Вакада было по фаворитам здесь. Так, Блай с Рейнером. Блай убил уже Рейнера, а Кас убил Снута или нет? Может, касса кто смотрит, давай стримит, давайте посмотрим, гаунлет там, может, этот касса стримит. Да, так и есть, они стримят касса, но я боюсь пропустить инвайт в следующую игру, ребят. Пока что касс держится, но как так себе ситуация выглядит здесь.
on that. Oh, actually, they got. Did they blow up, or they get taken out there by the mine? Ультра вот топчет все ходит, беспредел какой-то идет. Lucky there for Koth. Yeah. Another little, maybe a little bit of orc extension here from a snoot as he's just throwing away army against the forces of Koth. All that being said, the natural base has been cleaned up of a lot of workers, 20 going down. This Ultralisk will fall to the reinforced army of Koth. He does have his planter fortress still up and running. Interestingly enough, no attack has been going down in that direction. Usually we would see, you know, rogue Bane run by is heading towards base as such, but yeah. Not yet coming out of snoot. Попытаюсь в игру ворваться, если там еще будет. Еще у них 0-0 стоит, типа. You know, we don't see any ghosts or anything like that, just stores to deal with the ultras, which, you know, it's, I guess not the worst thing to have, but it's definitely not the best. Или это все 2-0 было, я еще не понял. Might as well be nothing, Bobby. Нет, это не 2-0 было. Especially this. Ghost would be nice. Все отлично, я здесь. Oh, just as these workers come out, you know why? Sunken Ling. Sunken Ling. Все, тут, ну да, жалко. Слышь, сказ 170 было. Как он проиграл-то там еще? А, здесь забегание, которое все скушало. А здесь выход, который был отбит, собственно говоря. You know, sometimes you're a hero. То есть, ну, то особо и отбиться-то нечем, мне еще самое интересное. Ну, Каз зашел с направления золота, где нет ресурсов. То есть, здесь базы уже кончились, вот какое направление под удар должно подпадать было. Уже здесь все ресурсы. Ну, вот Каз получил стука сюда зайти. Ну, 120, 190, здесь все ясно. Сплит. Царские в кавычках. Беллинги закатились, все, ушатали в кал. Все понятно, что там было. В конце давайте смотреть. Касса против Снута. 1-0 Снут ведет. Аблай ждет победителя Касса Снута, между прочим. Так, что уменьшание у нас? Так вот. Улучшение командного центра завершено. Так, все, ребят, здесь с вами продолжаем смотреть StarCraft. Каз бьется со Снутом. В предыдущей карте по лимиту и вообще такая мощная макроигра была. Каз на самом деле в нормальной сейчас форме, неплохой. Я думаю, что и Каз, и Аверс, и Hellraiser могли бы спокойно попадать в призовой, как бы, DreamHack'а в Валенсии. Ну, блин, как бы... Уже многие знаете из-за ошибки с билетами, которые не на ту дату.
были куплены, потерялись деньги. Там по 150 долларов билеты вроде были, не такие уж дорогие. Вот, и... Так как это лоукостер, ничего не возвращается. И новые уже не взять, включая, ну, никто из них, ни Каст, ни Hellraiser, ни Аверс не поедут на DreamHack Valencia. Это печаль, беда, но а что делать? Так, ну происходит тут какая-то движуха. Королева падает, раз, королева падает, не падает, два. Каз пытается захарасить, и здесь имба грейды пошли, посмотрите. Это Fusion Core, это рейндж Либератором на данной карте. Очень напряжный такой апгрейд. Ничего по этому поводу и не скажешь. Очень жестко здесь либераторами с дальностью можно напрягать, но пока сейчас первый пролетит, понапрягает. Снуд уже понял, куда спорку надо перекапывать. Каз летит, ничего не видит пока что. Залетает на дальнюю базу. И что это такое? Да. Разложил так, что либератор ни до чего не достает. Ну а контролить ему, переконтроливать, что такое-то? Ну, молодец, он все видит и ничего не дает сделать кассу. Так, ну вторым либератором надо вот... А, здесь везде королевы бегают, смотрите, здесь и разложить-то его некуда. Только за мейна второго можно блокировать сейчас базу с дальностью. Дальность через 2 секунды готова будет. Все, готова дальность, надо раскладываться предельно аккуратненько кассу сейчас. Что он и делает. Ну, понял, что здесь дальность... Либератор жахнул разочек. Минуснул там рабочую. Здесь тоже раскладывается. Ну что, даже вот... А это как он туда-то попал? У Каса имбовые либераторы за рейндж стреляют там. Вот. Ну что за расклад? Почему вот сразу вот до сюда-то его не... Вот до сюда-то не разложить? Вот. Все равно до него королева не доставала, блин. Ну повисели они, поблокировали. Вот же отсюда залететь, сюда вот здесь разложить, я не знаю. Здесь тоже нихера не перекрывает, опять же. Пью. Ну все, рабочие напрягаются. Здесь постоянно напрягают. Здесь на дальнюю залетает Казбаза. Здесь королева сразу в сторону входит. Ну что за... Ай-яй-яй. А вот здесь вот базу на халяву можно блочить было бы, кстати говоря. Ну, да, либераторы, правда, свое дело делают, у Каса больше лимита, это очень важный момент. Семь муталисков Смут наконец заказал. Переразложи на мейн Касик. Другасик. Кас пока не раскладывает. 112.99. Я не показывал, как Кас развивается. Развивается-то он четко. 1-1 делается, там все делается. Залетает сейчас дроп на 9 часов, получается. Либераторы пока что блокируют еще базу. Пошел Снута такая куда-то, повел дрон. Смотрите, они сейчас здесь нафаршмачат просто либератора. Еще 13 рабочих уничтожено. На 9 часов врыв хорошенечно. Как кто-то орал, помню, на футболе. Ходил на турник, помню, давно. С этой рекламой. Мальчишки пивной. Вот. Просто распаршма... 39 дронов Каз Снута убивает, но если эту игру не тащить, то какую тащить-то, ребят, здесь? Я не знаю даже вообще. Других игр не бывает, которые можно вытащить. 41 рабочий. 41. 41. 43 в общей сложности за игру Каз забрел. На 20 рабочих рано больше.
Туретки есть, ну в продакшене впилить туретку. Сейчас муту нашатает вообще. Какой-то странный очень выход, отказ идет. Ну, кстати, Снуп не видит, как ему камни пробивают здесь. Какое-то странное позиционирование зданий, которые самому же ходить мешает. Здесь все раскидано как-то, ну, зато проходы между всем есть, согласен. Но можно было бы группировать. Один барак здесь, вот так вот, два в линию. Здесь в линию, как бы, поставить один, вот эти два. То есть, и уже бы здесь было бы лишнее место, здесь бы лишнее место было. Ну, короче, много места было бы лишнее. Так, передроп вниз. Марик идет, Муталис Кавказ покрошил. Сверху танки вообще нормально выдают. И в это время на мейн залетает дроп, но у Снута больше лимита. Как вот может у него больше сейчас лимит? Охренеть, у него уже и рабочих больше. Но это Снут, как он рабочих мало кто строит на самом деле. Но вот этот сейчас дроп рабочих за количество посократит Снуту, очевидно, да? Собак здесь явно недостаточно. Линги прибегают, что они там сделают? Муталиски вылезают, какие там муталиски нафиг? Будут покрошены в супчик. Мишаний, в борщец. Какой лейер? Ничего себе, касса бар делал, лейер решил так сбрить прям резво. Мутка налетает, мутка под удар подпадает. Собаки заходят. Ну что-то Снут тут муталисками-то разваливает. В это время касс, правда, 9 часов забрал и улетел на ХГ вообще. Ё-моё. Как же Кас тут всех стимит, вообще жесть. Имея два медивака в наличии. А где танки вообще не нужны? Нахрен танки, конечно же, достаточно био. Танки Кас отдает. 2-2, правда, грейда есть, хорошо уже. О, вспомнил Кас. Ну молодец, блин. Вот тут, вот, я не знаю. Вот отсюда Мариков вывел, а танки оставил. Зачем? Сложил просто. Shift сюда и сюда. Послал к четвертой. Пусть не сомеют. Перехватит муталиски, хер с ним. Ну, вообще-то не выводить. Это не очень хорошо. Это неприлично, блин. Танкисты там стояли, Мариков прикрывали, они базу убивали. О. Мутация сбилась, ребят. Что за, короче, какое-то в геймхарте, что ли, какой-то косяк? Я не знаю. Это, как с Сильвестром Сталлоном, как фильм, где недомутировались такой старый. Что-то мутировались, мутировались, недомутировались. Там, или с кем там фильм такой. Какие-то чудики мутировались, солдафоны. Так, 180-190. Мне просто поражает это вот... Снуто умение отмаситься и вообще, как бы, ну, сделать все из задницы вылезти в этой игре. Ну, потому что нет постоянных дропов касса, нет напряга жесткого, как бы, и Снут сам летает шатать. У него 20 муталисков уже. Касс сейчас достоится до того, что Снут его просто Ну, вот 3-3, правда, апгрейды, это замечательно. 3-3 надо стараться бить. Касс, кстати, рабочий больше, чем Снут сама. Но последнее время не редкость, когда у там тирана просто, я смотрю, что просто играют там миллиард рабочих, потому что тирана, то есть не меньше, чем у зерга строить, это частое явление такое. Крип на ХГ Кас пошатал, королева узабрила, здесь криптумор погиб, а вот это уже можно посмотреть с высоты, так сказать, космической, эту битву. Стимится Кас, нужно сплититься. Ну, вроде марики порознь стоят, но сплит это, ну, если это сплит, то... Мой рэпчик иногда на стримах может, ну, как бы, с 8 мили, там, с именем, просто, ну,
Я обратно в Россию уехал, ну а он поднялся, как бы, вот так вот. Тогда это сплит, короче, вообще о чем я говорю. В общем, касс уже проигрывать начинает. Ну вот с таким контролем, как здесь, нельзя побеждать. То есть, Мариков расставил, да, но Беллинги забегают, нужно этими группами уметь отступить. Здесь основная часть была зажата вот к этой херне, короче. Не, ну, не уйти никуда вообще. Сколько рабов? Ну, хотя больше рабочих в этой игре не гибло практически. Конечно, касса еще есть, нормальные шансы в этой игре, тем более 3D апгрейда, но... На 20 лимит отставания, реактор здесь, ну, шатает. Туреток вот здесь надо, да, вот, туретки пошли. Раз, два, три, и хорош. Дальность туреткам, броня зданием, абсолютно верное решение. Планетарка на 3 часах, вот молодец, хоть по экономике касс не отстает, за это ему респект всегда. Но чуть получше контролить надо, чуть. Хотя бы чуть получше, и то уже будет. С 3-3 уже будет шанс, как бы, безусловно. Опять касс идет вперед. Отдалю, ну не так, как в прошлой игре высоко. Или так, нет, так надо, то не видно поле боя. Копается касс. Опять линга Беллинга заходит. Минки все выманили. А нет, не все стрельнули. Часть только стрельнула. Здесь у нас туретка. Ну, туретку убивает. Касс что-то назад отходит. Ну, правильно, отходит он назад, потому что мутор летает, шатает. Здесь туретки 4 штуки. Ну, куда там, ё-моё, спокойно. 4 туретки. Сейчас дальностью. Хотя, смотрите, мутка как туретки вскрывает. Сколько здесь муталисов? О, я бы не показалось меньше. Здесь 21 муталис. Не так, все ясно. Под туретки надо в такой ситуации уже пару минок, чтобы пыл охлаждал зерга. А эти минки охлаждали. Иначе не вариант. Так, здесь заходит. Ну, хорошо, залп хороший получил. От минок одна даже сзади осталась. 3 кас пытается увести. Ну, переконтролить минки это, ну, никак не сделать. Зачем играть билд, когда знаешь, так будет? В мехе не меньше контроля, на самом деле, чем билд. Нужно. Просто он там другой контроль. Может, он у касса был бы лучше, но я помню, как он сам на стриме говорил, или даже в интервью в каком-то, что, ну, это кажется, что мех как бы так прост, на самом деле тяжело, и ему тяжело, как бы, ну, не знаю. Раз касс так сам думает, то ему виднее, но, как мне кажется, можно было бы попробовать. Сейчас мех работает, вы видели гумеху, как работает, все как работают. Так, мулы летят на эти базы. Здесь новых 4 турецки, ЦЦ-ху вычинивает, планетарку. Пошел на ломчик отснуто. Стимпак-то где? Стимится кас поздно, ему. Уже сверху часть погибла. Мариков за мародеров хоть отвел бы. Либератора надо, лесить здесь было здесь. И вообще хз. Кстати, кас разбирает, снуто здесь. Разбирает. Беллинги кончились. Марики, значит, будут бомбить хорошо здесь муталистов. Один Беллинг остается здесь. Подминки кас выманивает на мутку. 142-38, снут новые до заказа делает. Бревать нужно идти, этот базу срочно. Тут касс опять же тормозит, тут все нормально было бы. Вот на грейдов больше, на мех, там, я не знаю, броню тором делать, это все дело. Стоит, сейчас что-то ждет, как бы, надо быстрее успех развивать. Тут зергом, когда он отдался, так и беллингов нет, надо просто вперед сразу же идти. Чтоб у него беллингов новых не наморфилось. А у снута такой гигантский продакшн, у него сейчас бейнов там вылезет, я не знаю, пачки. Уснуто 6 часов, у которых касс вообще не видит даже эти 6 часов. То есть он до золота-то дойти не может, так она уже кончилась, как бы, пока касс сюда атакует медленно. А там 6 часов уже давным-давно приносит дивиденды, блин. Все, касс идет вперед, мута пока отвлеклась на... Ну вот эта база касса важнее, чем эти базы снута. Но касс чинит туретку и та выживает, две гасят муталисков. В это время хороший налом идет. Кстати, касс всю игру без фугасов. Если корейцы замечают такую ситуацию, что фугасов нет, делают. Фугас почему-то пока не может никак заметить, что фугасов нет. Пошла атака. Зачем стимится, если все равно все погибнет? Лучше пусть ХП больше останется. Но все-таки касс простимился, я так и шучу. На самом деле надо стимиться, касс понимает. 176-129, ребят, касса разбирает. Здесь ГГ 1-1. Нужна третья игра.
Здорово всем, братва. Чё там у нас Мишанин ожидает, Кас? Вот, помните про подписки на премиум, поддерживайте меня и мой канал, за это всем громадное спасибо. Сейчас я очень-очень скоро пельную рекламку. Раз это шоу. Зики переподписан 8 месяцев. Так, спасибо, Зики. Ну что же, 1-1. Газ радует своей игрой, несмотря на отсутствие сплита в какой-то момент. Все же он бьется и очень неплохо бьется. Вот, пилю рекламу еще я сейчас. Так, ну Блай все еще ждет. Джеральд с Авокадо, кстати, бьются там. Тоже непонятно, кто победил пока что. О, отказ, а тут какой билд элегантнейший. Масс бараки риперы, но он ставит таким образом бараки, что ему придется, короче, куда-то это, перелетать ими, чтобы пристройки-то впилить. А у Снута пул первый, между прочим.
Так, ну Кас... Харас-то начал. Кас начал Харас. Королеву задемеджил одну. Ну их три штуки. И уснут Роуч Ворон уже готов. На дрона Кас подрезал. Кстати, как вариант, можно было бы... Вместо того, чтобы подрезать королеву, Кас сливает Рипера. Ну что за... Альмон. Провальный такой. Кас что-то туда-сюда летает. Еще королевы, кстати, подрезал. Одну. Одна демеджная в хлам. Здесь криптумы ставятся. Риперы улетают куда-то в центр. Оборонительные или роучи это отснутые или агрессивные? Судя по всему, оборонительные это роучи реведжеры будут. Так, третью хату Снут пилит. Все, нахарасился Кас. 10 риперов. Свич не самый ранний, кстати, в пехоту идет. И риперы не так уж-то много здесь урона нанесли. Нужно продолжать попытки что-то здесь сделать, потому что иначе печаль, беда ждет. Кстати, вот, я не знаю, можно Касу улететь в центр и резко по вот этому краю прорваться на мейн. Кстати, очень больно могло бы на мейне быть. Снуту. Пока его рогучи отсюда бы откуда-нибудь убежали бы там на мейн бы. Ну, теперь уже овер здесь будет висеть. А до этого ведь можно было залететь туда. По миллиону гранат Кас выкидывает. В этом нет смысла. Одну, вторую, третью, как бы она все равно одна дэмэдж наносит. Пока там другие гранаты этот. Оп, Марик вот пришел. Что он здесь делает? Марик сам вкурил. Что, блядь, куда я пришел-то? Ладно, эти тут. Чушканы преступные на своих этих реактивных ранцах летают. А я-то куда? И пошел пешком домой. Еще с Джимми, с Рейнером можно. Боревич маленько посидеть. Пока не это, не... Пока эти тараканы тебя не затрепали. Вискарька маленько трепануть. Так, мы пошли в пристройки нового касса. Стим делается. 1-1. Третья цеха. На цеха его летать. Отставание какое-то гигантское в экономике. То есть дал Снуту третью поставить. Снут вообще лидирует тут по всем параметрам против касса сейчас. Касс пытается крип отконтролить. Ну, я не знаю, что здесь можно сделать. Ну, вот смысл сюда, где риперы стоят, лететь медиваком с семью маликами. Я вижу смысл в выходе с танчиками вот сюда, так как крипа нет. Просто прийти и здесь все заблочить наглухо, например. Так, Кас пролетает. Вот тут что вот за дроп такой? Ну, глупее и не придумать. А если риперы здесь стоят, напрягают зерга, так дропнись куда-нибудь сюда мне ренжа овера. Даже пофиг под это овер. Сбрей его с той стороны, растяни, там риперами ворвись. Я не знаю, что-нибудь сделай в конце концов. Цеха 3 теперь летает, ну... Ой-ой-ой, посмотрите, Снут, сколько рабочих стоит. 15. Четвертая хата там. Из туморов можно было бы выбить, кинуть гранаты туда. Ну, Кас, видимо, не видел, где там крип тумор находится. Нао рипера потерял. Ушел остальными. Ну, хоть по апгрейдам Кас неплохо здесь идет, как бы, вроде как. Ну, как неплохо. Здесь 2-1 сейчас будет заказ, но Каса 1-1 дойдет. В какой-то момент Каса 1-1 будет на одну броню Снута, конечно. Ну, по лимиту Кас отстает. Здесь встает. Саплай блок еще Кас словил здесь. Депохи 3 строятся, конечно. Где они еще депохи-то строятся? А, сверху где-то там строились. Так, реакторы доделываются. Рипер летает очень долго. Посмотрите, вот Гумихубьян тот же. Они, то есть, либо уже делают и инновейшн, либо они делают свич уже, то есть, начинают харасить дропами со стимом. Либо медиваки добавляют, если рипера больше строят, начинают риперами с медиваками харасить там постоянно. У Кас уже миллиард гранат на крестумор, криптумор. У Каса же, то есть, ну, ни того не происходит. То есть, он налетает риперами, которыми уже не могут... Они изначально-то мало чего сделали.
Джеун и потери равны. Две королевы убил, все. А теперь они летают, то есть и вообще ничего не делают. Кас пассивно развивается, ну хоть по рабам там близко и юнитов отстроил, и то хорошо. Но уснута Хайв и Шпиль, то есть сейчас пойдут уже бруды очень-очень скоро. Очень скоро броды будут. К которым Кас не готов. Касса, вторая атака. Сейчас 2-1, сейчас грейды уснут, лучше еще будут. Видимо. Не, ну если Снут выиграет Касса, Снут Блай будет. Блин, ну Блай со Снутом было плохо раньше, не знаю. Сейчас Снут не в самой лучшей форме. Может быть сейчас получится Кассу. Блай, точнее Снуту, например, забрить, если он выиграет Касса. Еще не будем Касса, конечно, здесь хоронить, потому что он может и пробрить. Теоретически там. Так, 178, 167. Можно было повера сбрить для приличия, блин, на этом вот он там вообще не понять, зачем висит. Снут сам делает выход. До брудлордов, до всего. Зачем вообще ему эти выходы нужно, не знаю. Повезло Кассу, что зал Снута цеху не убил. Он бы не успел бы отменить ее 100%. Но встал Касса, вот ему вот сейчас прям пойти, он может Снута вообще в мясо забрить. Потому что там ни брудов, ничего нет. Только три инфестора. Но Касс стоит и ждет чего-то. Имея танков, просто немерено. 7 танков у него есть. Так, один медивак в дропчик полетел. И вся шобла, эта вобла делает выход сейчас. Ну, 6 брудов уснут через несколько секунд будет. Плюс есть инфесторы. Где они, кстати говоря, ползают? Вот они не ползают, здесь же сверху ходят. Закопка есть? Да, есть. Уснута закопочек. Кас засидел танки. Один что-то чересчур вперед вывел, остальные все сзади. В это время дроп еще был сбит или нет вообще? Где он этот дроп один? Одинокий летает. Что нету дроп, вот пропал он. Так, не знаю, опа, замечает Кас брудов морфчихся. Вон еще дальше бруда есть. Будет лезть вперед или уйдет назад? Старпорта добавлять? Нет, назад, судя по всему, Кас сваливает, да? Сложился и назад попер. Ну все правильно, куда там лезть-то? Там королев трансфьюзов миллиард. На 11 минуте уснут уже бруды тут летают. Кас обходит снизу снизу. Чтобы принять грамотно бой. Ну что, обход его закончит. Все, на стиме попер вперед. Брудлорда одного выпиливает. Еще что-то там выпиливает. Вон один он уходил. Старпорты добавились, надо делать грейды на воздух и добавлять викингов. Ну, кстати, лимита у Касса нет. Здесь пятую надо ставить быстрее, пока Снут не может в Кассу выйти. 3-3 грейды, здесь воздух надо сразу заказ было после брони. Слить, дропов парочку загрузить сюда, вот облететь на мейн, например, я не знаю. Микс-то у Снута крайне немобильный, на самом деле. Касс решил, что надо лопать. Опрометчиво, я бы сказал, решение идти в лоб. Танчиками надо контролить по плеткам, по всему этому хрени, по всей этой. Кас контролит, роучи идут, отдают, 6-1, викингов начинает перестроить. Риперов последних сливать. Так, будет Кас дальше давить? Да, предпочитает пойти вперед. По королевам дэмэдж налет. Хороший прилетает. Сколько там инфесторов и где они уснут? Они где-то там вдалеке. Снут зажат в угол. Смотрите, как Кас хорошо идет вперед. Конечно, Микоза Снут выкидывает, но танки очень большой дэмэдж наносят. Но нужно в роучи реваджеров контролить. Кас, помни об этом по королевам, по роучи реваджерам. Грудов 9 штук уже. Вот на все разменялся и уйти. 23 роуча у Снута заказано. Дальше лезть я смысла сюда вообще не вижу никакого. Отошел, конечно, и... Дождался викингов, которые по 6 штук пилятся просто. 3 старпорта с реактором. Грейд на воздух делается, все правильно. Пятая цешечка
откуда-то вылетел, или я промолгал, как было построено, даже я не знаю. Здесь можно бункер продать было, чтобы рабочие прошли, заказать новый потом. Ну и все, дожмет ли коснуто или нет, вопрос открытый пока, но может быть и дожмет даже. Значит, викингов много. Правда, уснутые инфесторы, бруды, реведжеры. Ну, касса грейды против воздуха. У него уже 7 викингов, и сейчас еще 6 будет. 13. Но нужно не медлить, потому что снут слишком там... Он вайперов наделает. Он много чего там сможет наделать, на самом деле. Вот уже это эти говнюки пошли сейчас, о которых я говорил в продакшене. Так, сверху забегание от кассы. Ну, вот нельзя делать просто дроп и одновременно с дропом ни хрена более, блин. Вот, вышли, посмотрите. 13 викингов, либерат 14 викингов, 3-3 апгрейды. Блин, иди вперед, каст, не тяни. Заходи в лоб и все, и не парь. Ой-ой-ой, снут, ну этот снут умеет дропом и мифозом ловить, конечно. Хороший отвлекающий маневр, просто. На отличный, я бы сказал. Кого только отвлек, интересно. Сам себя на контроль вот этой всей фигни. Так, либератор прилетел. Мехос, молоко. Викинги идут вперед. Вайперы есть, танки в сидж. Зачем они к сиджить-то вообще? Викинги отдаются, зелени нет. Кстати, бруды под ударом. Викингов слишком много. Мехос по фаерволу. Мехос, что ты, блин, летаешь? Ка, с этими всеми викингами. Атакуй ты брудлордов-то. Танки сиживаются. Так, бруды атакуют наземных юнитов. Инфесторов откуда уснуто там все больше и больше становится. Викингов туда-сюда кас летал, всех отдал, короче. Ну, хоть базу забрал, и то хорошо. То есть экономикой, может, задавят коснуто, я не знаю. Сверху, правда, крип уже там под второй базой кас находится. Можно прогуляться сюда, посканить все, например, крип повыбивать. Кас это и хочет сделать. Сейчас ну, его подловить, по-моему, хочет на этих действиях. Но викинги вперед летят. Их опять 12 штук уже. Это хорошее количество. Снут пытается касса словить. Танчики сейчас может подловить. Да, ну ладно, танчики это фигня. Танчики здесь не самый ценный юнит, но тем не менее... Касса что-то сиджит, засиживает, рассиживает. Так, крип начал выбивать активно наконец-то. Здесь дальше еще крип тумора есть, можно выйти. Викингов все больше и больше, сейчас плюс 2 будет. Ну тоже с викингами, 20 викингов, а по земле, конечно, еще нет, не переборщить бы. Все, пошла атака, фаербола под... Все, касс без медивак, 0 медивак, ну это... Касса часто происходит. Сичтан. Викинги сплитятся, ну идти вперед-то всеми уже. Карапторов много. Все в кучу, ёп! Все, викингов уже нет, 17-16 штук. Нет вообще медиваков. И заглохла атака, все. Вот что Кас хочет здесь сделать, я не знаю. Танчики. И строить танков до сих пор. Ну вот, как вообще башка работает строить танки сейчас? Груды здесь. Построй ты торов, они по воздуху хоть сами пиу-пиу будут делать. Они жирнее, блин. Они танки с плэшем только своих юнитов убивают. Все, когда брудлинги на них плодятся. Я вообще не вижу смысла в танках добавления на такой стадии. Я не знаю, зачем они сейчас нужны. То есть они просто 10 танков, это 30 лимита боевого в никуда. Да гораздо лучше, чтобы это тупо викинги были, масс-био, медиваки. Все, ты нажал, сплетанул немножечко, там медиваки лечат, викингов сплетанул, кликнул туда, все. Танки и контролить надо, то есть. И в сидже они там себе же самому дэмэдж наносят. Вообще бред какой-то. Опять кас вперед ломится. Да, опять ломится вперед уже через это направление. 10 спорки. Что уснуто есть за этих, глянь, 7 брудлордов, 8 карапторов, 6 инфесторов. Мехос против касса имбовый тут с его сплитом просто... ужасным, как бы. Ладно, мариков сплитить, там, это одну викингов уж можно развести по сторонам, хотя бы, вот, чтобы они вот так вот... Дайте-ка я посмотрю, что там по контролам. А, ну, конечно, у кассов. Какой будет сплит, кабля, все в одной куче вообще. Все, кроме танчиков. Викингов-то можешь отдельно забидеть.
Я и думаю, что они все слетаются в кучу. Видишь, вся армия, кликаешь камуфу, они все в кучу и слетаются. Так, Микос по гастам прошел. Инфесторами. Кан не дается, короче, ИМП не дается. Пошла атака, кастимится. Викинги опять, и опять все в кучу летит. Кстати, вот часть дерется, часть вообще не дерется. Потому что они в одном контроле с остальным всем забили. Все. Очень медленно, наверное, каст на 5 базу кучу взрывает. Здесь все в куче стоит. Ну все, теперь понятно. Я просто думал, почему так, так происходит, как бы. Просто, да, знаний у КАС немедленно здесь. 10 бараков, 2 факты, 3 старпорта, все работает. Хорошо, конечно, продакшн у КАС просто на высоте, конечно. Грейды делает, молодец. Но, вот это то, что все в контроле. Ну, танки, ладно, тут танки можешь забинить контрол и забыть про них, про страшный сон не строить уже вот. И строить нормально викингов, которые будут забинжены в отдельный сраный контрол, короче, вообще. Так, ну тут КАС опять новую базу выбивает. Не знаю, может КАС, ну, так конечно, по экономике пересидит здесь. Вот у меня на одно надежда здесь только есть, на вот этот момент. Что у Снута баз, короче, постоянно кончаются. У КАСа добычи больше. Вот здесь надо ЦЦ-ху того же ставить, получается. Ну, викинги в контроле сбил, короче. Это просто вообще, ну... Да. Не, я понял бы, если бы они вокруг... Если бы они как бы контролились так, чтобы там их сплит был, блять, и не всю в кучу в одну вот так вот постоянно все слетало на муле. Да-да. Ну, это можно осуществить и при контроле в одном контроле. Но когда ты будешь кликать био вперед, викинги будут туда же идти. То есть, а логика вообще, не логика, позиционирование при вот такой вот битве... Очевидно, подсказывает то, что иногда био нужно отвести назад, викингами же наоборот вперед полететь. Это просто неосуществимо с такими биндами. Чуть-чуть КАС тут отстреливает, смотрю, снайпершотами. Цеху потерял. Здесь снайпершот кинул. Вижена не было, поздно дал вижен. В итоге, короче, что-то тут целится, так и не снайпернул больше ничего. На дальней базе ЦЦ-ха строится. Что у Снута есть, блин? 10 брудов, 14 караптеров, 9 реводжеров, 4 инфестора, 3 вайпера, блин. Боюсь, что КАСу тяжеловато воздух будет разобрать снутовский сейчас. Либератор забыл, хер с ним с либератором, подумал я на КАС. Дальность либератором пошла, 2 еще старпорта. Вот, бесполезный лимит танки, практически. Нет, он не абсолютно бесполезен. Но этот лимит мешает нормально наламываться. Здесь один воздух практически. Танки в сидж их ставить, если то они будут себя же убивать, свое же био получается. Если без сиджа вести, так эффективнее просто пехота настроить это. Есть забегание роучи реводжеров, кассу тыл идет, он решил в размен пойти еще при этом. Ну да, что у него здесь воздух будет драться с вайперами и инфесторами. А там забегание наземное будет и все. Так, сканет касс в очередной раз. Вот гасты, вот. Инфесторы ползут, все ползет. Ни снайпершота, ничего нет вообще. Пока что. Ну, хотя выход успешен. Здесь на самом деле бой давать в такой позиции тяжеловато. Нужно, ну, поаккуратнее быть. Реводжеров тоже КАС подрезает, да, юниты достаточно дорогие, но Снуток заменяет более эффективные. Да.
Две турельки, здесь еще пять. Ну, Кас, молодец, база ставит. Снут его все занимает здесь. Это правильно. Снуту приходится шевелить. Снуту баста не хватает. И сверху цех. То есть экономика у Каса хорошая. Именно эко он давит сейчас. Так, здесь по центру королевы ходит. Бери тут королев. И то хорошо. Три минуты это мясня уже где идет. У Каса потери, кстати, обратите внимание, что у Каса потери больше, чем у Снута. На данный момент Сун как зерк давит Снута и экономит. Так, либераты... Во-во-во-во-во-во-во-во! Викинги с био вот эти летают. Всю, блядь, как зелёнка тут дамажит, а? Зато ресурсов 6 тысяч. Валить домой надо. Если до сих пор Кас сейчас танки будет строить, то это, ну, что-то ГГ, наверное, тогда. Вроде танки не заказывает, шанс есть вообще. Так, здесь цеха. Кстати, здесь караптер, по-моему, залили, да, цеху эту? И здесь караптеры летят. Ни туретки, ничего. Здесь караптеры прилетают, и на халяву. Батлы у Каса пошли. Все, батлов так зеленкой не зальешь, действительно. Но если они в одном контроле будут с био уходить, то они также будут летать вместе, как и вот так вот прилетать. Все, ничего не происходить будет. Здесь хоть дублирующая ЦЦ есть. Так, викинги под ударом, под грудам, снайпершот пошли. Гастыгов и криво контролится. Луды, конечно, здесь продемодженные, но здесь королев миллион, сейчас все затрансфюжено будет. Зеленка на викингов, пошла. Нет, зеленки нет. Вот она, зеленка, сейчас все полопается сейчас. Мясо просто галим идет, эти батлы еще выйти не успели. Викинги все под ударом, караптеры наламываются, караптеров... Они бы развалились, если бы викинги были хотя бы с каким-нибудь маломальским нормальным количеством здоровья. Но у викингов здоровья вообще нет практически. Единственный шанс у Каса сейчас за счет запаса здесь как-то, я не знаю. Вот бруды выходят, бруды, батлы выходят. Батлы, конечно, мощны, но у них нет ямата. То есть брудов нечем сбрить. Там 8 инфестов, что? Этот невральный паразит. Бруды пока что живут. Королевы подходят, трансфюзят. Откуда там этих реваджеров-то столько, понятия не имею. Реваджеры все кидают фаерболы свои. Сейчас даже батлов можно будет выпилить, но не всех попадать. Кстати, батлы идут вперед. С тремя-то атаками они нормально королев убивают. Главное контролить батлов. Назад отблинкивать. Хорош Кас, молодец, отблинкивает назад. Отблинкивает еще одного. Батлкрузера еще отблинкивает. Гасты и био производятся. Прирост, то есть ресурс есть. Это все дело надо вычинить обязательно. Ну не мулами же чинить, а хотя больше и нечем-то чинить. Так, здесь вайперы на туретке наламывают. Ну, Кас здесь ничего не надо было. Вот куда надо было кидать мулов миллиарды. Кас туда ничего не покидал в итоге. Здесь королев забыл снут. Батлов все-таки Кас вычинивает. Мулами причем, как и до этого хотел. Медиваков нет, есть марики зато. Снут заказал инфесторов, у него 9 штук. То есть био сейчас малоэффективно оказывается. То есть всего этого. Здесь мулы вообще не добывали ничего. Так, фаерболы пошли. По рабочим. Планетарка нормально здесь стреляет, но 3-3, ё-моё. Воучер-эводеры, ничего с ними не сделать. Короче, похоже, что Кас проиграет эту игру в итоге. Хотя не факт, королева, смотрите, уходит. Так, снайпернуть бы, может, ее. Так, одну снайперил, одну поймал. Батлкрузеры подлетают. Здесь еще один есть. Ну, через F-ку весь лимит сюда врать, да идти, я не знаю. У Снута баста там не осталось. Сверху марики забегают через Steam. Хаты прокликивают Кас. То есть уже он пытается хаты попустить. Идет атака. Ё-моё, Кас влез. Здесь роучи реводжеров миллиард. За невралина все потрачено, короче. Батлы стали снут резко сейчас батлами. И 108-167 считай, они будут уничтожены, короче.
телепорт можно было бы сделать, но Каз забыл о том, что можно было бы сделать телепорт сейчас. Ну, зато Марики законтролил Мариков, и нет, не законтролил, 14 КП у Каза осталось, выжила она. Еще и Снуп протрансфьюзил, по-моему, хату сейчас пришел, да. Дичь какая-то, а не игра. Мясно, ну блин, ну не может, Каз просто, ну не может он сконтролить, к сожалению, при замесе. Не может. Еще до сих пор лимит, еще... Погодите, сколько батлов уже потеряно в этой игре? Один. Батл все один потерян, кстати. Еще батлы и гасты, но... Боевой, видите, Снута. То есть, батлы, они здесь нормально стоят, но нечем законтрить невралы, нечем законтрить, получается, вот этих роучи реведжеров пачку большую. Яматами роучи убил Каз. Ну, хоть реведжера бы убивал-то, а не роучи из-за... ЕМП по... Кстати, да, как вариант, по инфесторам ЕМП неплохо заходит. По гастам проходит фаербол, надо забрать гаста, газ забирает, гаста ушел, но лечить его нечем. И опять танки. А, ну сейчас ка... Не, вот сейчас каабрудов нет, да. Но вот тогда каабруды уснуто летали пачками, и ка строил танки, это вообще было... Бредом абсолютнейшим. Так, ну 6... 124 по лимиту, еще до сих пор Каз тащить может, самое удивительное. Здесь бы Караптеров, вот Марик идут с Тимонит и вы... Ну, Караптеры 3-3, правда, попробуй убей их еще Мариками. Вычинки не хватает, планетарка падает, здесь еще Роучи Реводжеры напрягают. Здесь приходит Каз, здесь одни королевы, кстати говоря. Батлы прилетают, курки выбиваются. Если ну, сейчас кто-то ловит армию, тут все это ГГшечка. Каз выбрал более важную сейчас луту базу, чем... Ну, сейчас, если батла этого не украдут, надо бы его успеть телепортнуть, короче. Причем телепорт происходит мгновенно. Оп, хорош, Каз успел телепортнуться. Там уже невральчик тыкал, Снут наглец. Добывает базу, но 441 по лимиту, что-то все бегает. Здесь бы вот, сейчас бы штук 8 танков, вообще все бы зарешало его. Месторождение минералов выработано. Наши войска атакованы. Короче, здесь уснута база новейшая. Здесь накидал инфестеринг, нашел Каза базу. Каз еще пытается что-то сделать. На самом деле армия это неплохая у него, но отсутствие полное медиваков. Абсолютно, то есть лечить нет пехоту. Один стимпак, все, а там еще и микос нужно учесть. Вот, и... Плюс, зная, как Каз... Батлы в контре. Да, и батлы. Вот батлы с пехотой, все в одном контре. Здесь порки везде, ё-моё. Караптеры прилетели, пехотка ж сплитится, батлы чуть без брони вообще задемеджились все в мясо. Отступил Каз, короче. Thank you.
Так, ну что же. Тут касс идет к снуту, снут идет к кассу. На 185 по лимиту. У Снута есть добыча. Вот у него целая база здесь, куда 25 дронов сейчас приедут. А у Касса нет. Какая же нудятина здесь жесткая вообще. Просто идет. Опять же, микс-то интересный. Батлкрузеры там и все дела. Про них 0 брони. Они демедженные все как бы. Тут Снута просто вот, только вот эти ребята все законтрят в хлам, то есть здесь Микос по заневралить ключевых юнитов и все. Один ничевак, который устанет все это лечить, дело наше. Это сразу фаербол сбивается с мутом. То 75 уже уснул. И Снут-то главное тоже, ну, то есть терпило в свой стиль вот этот рубает. То есть сидит тут по максимуму. Кстати, сейчас есть бруты, которые... Так, у кассу Рейвенов откуда пару взял. Летит вниз. И Снут-то боится тут все, блядь. Оно боится просто, я не знаю. Когда будет конец-то за что-нибудь? Опа, батлкрузеры притягиваются за Невралина. Две штучки. Два АКС успел телепортнуть, но остальные два минуснулись. Гастов там уже притягивает. Притягивание Микоза, короче. Я не знаю, что Снут не понимаешь. Здесь Аклик, что ну, вот он вообще не понимает тоже ни хрена. Ну, он просто такую игру боится отдать, что столько тут тянулось, все. Такой задницей был Снут, и в итоге увидите, что творится. Так, ну, что Снут боится. Боится и боится, и боится, и боится. Не понял. Что-то уже полетело, но потом сдулась ракетка. Все, Микоза, ГГВП, ребят, это 2-1 Снут. ГГ. Жаль, жаль, но раньше надо было, раньше. Ну что же, Касс против... Так, у меня, точнее, Блай против Снута вообще. Этот матч вообще всю сетку задержал очень серьезно. Ну а что делать? Ну, ЗВЗ была и против Снута, кстати, тоже не быстро может быть, я должен вам сказать. Сейчас мы это узнаем, какое оно будет.
Так, ну ждем Блая, что тут говорить еще. Так, ну что, Блайчик, ждем его. Так, Джеральд Авокадо уже выиграл. Так, унижает Блай.
Так, ну что, блайснут сейчас будет, блайснут. Далее ни хрена непонятно. Ребят, пилю рекламу, там у вас она уже была. Какая вы это услышите, 2 минуты задержка. Ну и помните про адлоки, подписывайтесь на премиум, поддерживайте, естественно, меня и мой канал по возможности. Вот, по реквизиту цены через плеер. Сейчас полуфинал и финал, в финале Джеральд. Протос ждет победителя. Я надеюсь, что Блай победит Снута, потому что Снут, блин, мне его стиль бесит тоже, конечно. Он может там засесть, хотя я не знаю, с Джеральдом, как он себя вести будет, но... Вот это сидение его до бесконечности тоже иногда напрягает немножко, но... В этой игре с Касом Снут пересидел, в общем-то. Ну все, он не отходит, короче, от своего вот этого, от своей этой темы. Так, погнали, власть. Тут, короче, вот три. Первое у Блая и у Снута, но у Снута газовый пул, посмотрите. А у Блая безгазовый.
Ну, с другой стороны, я не знаю, как бы через королев плетки, возможно, получится что-то про, ну, сделать так. Так, ну все, Блай прибегает. А уснуто, блин, баст идет со скоростью. То есть, если Блай сейчас... Ну, он здесь не сможет нормально разменяться, на самом деле. Я не знаю, надо Бэйна морфить-то, а Снуту пытаться давить Блая. Блай отступает. В принципе, у Снуту-то хаты нет. То есть, если сейчас Блай плетку сюда переводит... Так, плетку-то Блай сюда переводит. Снут мешает, правда, и вкопаться. Вот сейчас вот Блай вкопал. Ну и хата живет, все в порядке. Снут не пробрил здесь хату. Еще и Блай здесь с собаками пытается его напрягать. Из этой ситуации, по-моему, Блай очень четко сейчас выкрутился и... Пула первого, получается. Снут не стал Беллингбастить, попытался лингами продавить. В итоге вы видите, к чему это привело. Все, Блая больше рабочих, у него гораздо раньше хата. Да, у Снута есть скорость, есть Беллингнест, но особо это ему никаких преимуществ не дает. Причем Блая очередное сейчас делает забегание собаками. Снут пробежит мимо, и вот это забегание очень в тему сейчас будет. Хорошо, что сейчас не спалил, в общем-то. А, еще и плетка вторая есть здесь. Хорошо, что сейчас не спалил Снут, вот то, что Блай бежит туда. Сейчас, если Снут будет пытаться хату забрить беллингами, Блай нужно обязательно ее затрансфьюзить попытаться. Трансфьюз сразу же Блай кидает. Ну, хату все-таки сбрил. Ну, тут к нему контрзабегание проходит. Ё-мо. И Блай не контролит вообще собак своих. То есть, вместо того, чтобы здесь попытаться... Они вообще, он не должен был их трогать. Они сюда должны были на крики прибежать и начать напрягать. Королеву Блай сбривает. Собачек там подбрил немалое количество. Ну, Снута рабочий столько. Вот просто, блин, нелепо. Ведь понятно, вот, ну реально здесь, понимаете, плетки близко к хате стоят. То есть, если бы они чуть дальше были бы, может быть, получилось. Беллинги заходят, трансфьюз всего один, и часть беллингов в хату попала. Очень тяжело было Блаю справиться здесь. С другой стороны, в принципе, он базу сейчас уже восстановит. Через там 30 секунд она будет готова. Пока что на 6 рабочих он в плюсе. Уснута королева одна заминусована. То есть по рабам можно быть более-менее здесь в равной ситуации. Но вот... Хотя и газ, в принципе, одновременно начал добывать. Тут будет уже тут примерно ровная игра получится сейчас. Так, ну плетку решил заминусовать. Была за трансфьюзер. Да, за трансфьюзер, смотрите. Плетка. Пытается ну, его убить. Как он хочет сильно-то ее пробить сейчас. Собак всех потерял тут, на вот этой операции, на этом действии. Эту плетку может поцентральнее как-то поставить немножечко. Ну, Снута больше собак нет. Может спокойно вообще строить боевой лимит. Блай переводит вниз. У Блая ЛР пошел. А Снут, кстати, чего? Ну, только что газ был. Или он все-таки позже начал добывать. Ну, похоже, да, Блай двух газов больше натаскал. И у него лейер в итоге.
Так, ну уровень по рабочим идут более. Ребят, ну тут снут третья хатен. Лейер заказан, короче. Роуч Ворон плюс один. Блай, понятно, муту играет. И, кстати, он тоже плюс один делает. Вообще у Блая технологическая ситуация, вообще вот ситуация, я считаю, получится. То есть у него будет сейчас несколько муталисков, которые будут контролить, там, оверов навряд ли много получит подрезать, снут увел. Но с другой стороны, и по рабочим с Блай там не сильно от снута отстает, получается. Нахера ему только вот 6 роуч, я сейчас понятия не имею. То есть, вот смотрите, есть лейер, но вот эта ошибка абсолютно стопроцентная. Есть лейер, и зерк не морфит оверсира, то есть... Оверсиром сейчас можно летать и прекрасно, смотри хотя бы по краешку, увидеть, что роучи нет, ни хрена нет там. Залететь сюда, чиллинга, ну там, выкинуть, просмотреть мейн. Вот, и строить рабочий спрунт. Блай что-то боится, непонятно чего вообще. Сейчас бы мог бы у него быть, вот снут в такой ситуации, просто дрон устроить, за что его кашкарейцы там, особенно тираны раньше там в ЗВТ пробревали в хлам. Вот, но Блай сейчас мог вообще под... дроном быть впереди, как бы еще на несколько рабочих. Он, конечно, не так, и так-то не сильно отстает, но эти роучи перестраховочные, они были не в тему. Хотя, с другой стороны, Блай, ну, под мув, под подземный мув и закупку-то и надо было заказывать. То есть, за неимением информации, Блай по дефолту роучи заказал. А муталисов сколько? 3 штучки Блай заказал. Ну, 3 муталиса, да, одного тутовера в центре сбреет. А здесь еще, здесь ничего не сбрил. Ну, хоть что-то сбрил, не знаю. Будет летать, контролить ими по лимит, немножечко в плюсе. Ну, уснут-то там Люркер Дэн. И опять какой-то терпильный стиль начинает. Здесь очень жесткий, на самом деле. Так, проатаковал немножечко Блай. Ничего не получилось, только насливался сейчас. И попытки заползания идут сейчас активные уже роучами. Здесь спорка есть. Ну, Блай, кстати, мимо спорки спокойно на мейн заползает. Здесь разводка на дальней базе. Здесь люра уже, смотрите, вовсю. Блай на мейне тут вылез. Начинает дронов забирать. Смотрите, 13-16 рабочих уже снуту убил. По экономике в плюсе абсолютно Блай сейчас пытается Люркер Дэн забрать. Ну, Люркер Дэн заберет, ну а дальше-то что? Гидроден тут новый построит и закажет новый Люркер Дэн. Все. Здесь надо было вкопаться, попытаться, видимо, уползти, но ничего не получилось у Блая. По лимит нючка просел. Тоже инфестейшн, тоже там Гидроден готовит Блай сейчас. Четвертая хата, погодите, четвертая раньше, да, у Блая. Ну, пришлось в роучи вкладываться из-за того, что заползание ну, не особо прокатило. Вот снут плюс 2 сделал, например. Блай вообще эволюшн, ну вот это типичная у Блая такая тема. Эволюшн не работает, грейды не делаются. Роучи с плюс 1 только. Сюда идет ползалка.
Везде, короче, ну, отковырялся. Опять очередной от Блая на луну. Потеря Блая выше. То есть он харасит, сам убивается. Обснуто с другой стороны. Погодите-ка. Что это Блай сейчас отменил? Что-то у него... А, погодите, второй шпиль у него был, что ли? 2-1 апгрейд у Блая. Молодец. Начал грейды делать. 82 дрона. Экономика хорошая. Ну, в общем-то, Блай держал Снута в напряге. Снут-то, блин, он любит затерпеть. То есть он сидит, терпит, пока к нему роучи эти реваджеры ползают. И молодец Блай, на самом деле, как бы, то есть то, о чем я говорил, Блай как раз-таки эти моменты все исправил. Получается, то есть грейды делает, Хайв, Грейтер Спайр. У Снута даже шпиля не было, что самое интересное. У Снута есть вайперы, зато сколько их там у него, 3 штуки. Какой-то налом тайминговый будет. Сейчас главное Блаю... ой. Ой. Но спорок нигде вообще нету, Блая. Нигде. Ни на одной базе нет спорок. Приходят роучи на всех базах, начинают шатать. Ну, еще и Грейтер Спайр спалил. Блай забегает на мейн, на дальний. Тут, короче, тоже роучи, которых не обнаружить. Так, а у Блая есть еще скорость роучи? Есть, да. У Блая есть скорость роучи. Там третий атак уже. Пришел отбивать роучи, блин. Оверсира нет. Бывает. Вот они выползают сейчас. Так, Блай видит, куда, чего тут. Только сейчас заметь, здесь вообще не видит ничего, получается. Караптеры не делаются, бруды не будут делаться. Короче, приползли 6 роучи, Блай все тайминги сбили. То есть уже он сейчас брудов мог морфить, уже как-то вперед. Хотя не с таким лимитом вперед он не пошел бы, очевидно, но... Если бы Блай не сконцентрировал был на погоне за там тремя роучами, то и лимит, возможно, у него больше бы был. Здесь роучи уползают, Снут все прекрасно видит. У Снута тоже Грейт Спайр перетекает в какую-то дикую стадию сверхлайтовую, блин, тоже. Неужели здесь такие 30-минутные сидения будут, как и у Снута с Касом? Так, Блай 8 караптеров, что весь газ он вложил в караптеров этих на мейне. Ну, тут и нечего добывать, здесь осталось... 200 минералов, чуть больше, чем 200, там 240, по-моему. Так. Ну вот здесь то, что ни газ, ни минерал нормально добывается, не очень хорошая ситуация. Ну, то меньше баз, но больше рабочих. Поразительно, что маме... Опа! Вайперами Снут, Блай инфесторов повытаскивал. Вот дает вообще. И опять Блай меньше лимита. И опять была без инфесторов, с Люрой, правда. Гидры много, но все демедженное. Забегание флингов без мува идет. Веселая была тема делает. Давай там, 15-я минута, линги без мува, без грейдов, забегание поперло. Одна атака. Ну так, они Снут, конечно, сейчас обескуражат тем, что что вообще происходит. Зачем это забегание нужно? Вот. По воздуху у нас 6 караптеров на 8. Ну, пока никто брудов не морфит. В принципе, да, тут один другого контрит. 3-2 грейды рейнджовые. Переходит все в терпильную стадию. Снута любимую, блин. Блай он задавит своим опытом, походу, здесь. Улучшение завершено. Так, Снут уже коготь сразу пошел. Блая 8 брудов. А прикрытие вещи. У Блая есть гидралиски, которых нет у Снута. Получается. Но у Снута есть вайпер, ну, хз. Тяжело. С одной стороны, можно гидралами теоретически прикрыть. Плюс 3 муталиска с самого начала. Кстати, он 6. 6 лимита висит. Бесполезного у Блая. Так, погнал он за ползалочкой. Тут забегание. О, Блай, скорость собакам сделал. Ну, что они там стояли.
Не, ну забегание сейчас актуально, конечно. Но надо грейды делать. Кстати, Бла делает грейды, молодец. Только у Смута 3-1 уже. Третья броня. У Бла пока что так. Вторая броня. Опа. Заходит Роучи. Здесь блудов очень-очень много. Бла закопал рабочих. Тут что-то по всем направлениям закопанные Роучи приходят Бла. Бла несколько рабочих потеряет. Запас у него, в принципе, есть. Бла, кстати, играет уникальный на ультру пошел, между прочим. Ну и тут так, как Бла. Так как Бла все абсолютно отвел. Снут его умудрился развести и 20 дронов пить. В итоге Снут очень много потерял, кстати, недорогого лимита вообще. Насчет Везувер, привет, какая там эта FabG игра, я хз, я не играл сам, вот. Она чрезвычайно популярна сейчас стала. То, что Бла в нее играл, мне прекрасно известно, но чё, как бы. Бла и раньше там во всяких Хардстоуны играл. Я уже говорил, что... Бла, ну... Он как бы зачастую не скрывал того, что ему там вот он как бы зарабатывает определенно, в топе находится, то есть он не стремится там выиграть корейцев. У него нет веры в то, что он как бы там каких-то самых жестких выигрывает просто. Хотя иногда и бреет. То есть поэтому он тебе расслабится. Ну, как бы так нужно делать. Корейцы тоже поигрывают. Но вообще, как бы, если хочешь там в Европе в топ хотя бы самый, то надо. Конечно, ну, поменьше играть во всякие другие игры, потому что ты должен играть в StarCraft столько, чтобы тебе вообще в игры не хотелось играть вообще. Двадцать минут, короче, эта игра идет уже. Уснуто гораздо больше, чем у Блая запас, за того, что он забегание вот эти делал. Хотя по газу близко, но по минералам 10-кратное преимущество. 4 стоны, там, 4 тысячи. Бла заказал новую базу. Короче, похоже, здесь будет сидение до Талова просто. И я не знаю, кто тут вперед пойдет, кто не пойдет. Ну-то лучше апгрейды, я могу точно сказать вам. Сейчас вторая атака на воздух будет готова. Третья броня у Бла тоже делается. Ну, 3-3 будет ренжовые. Там Снута два когтя будет. То есть его брудлинги, например, будут Бла и брудлингов побеждать. Брудлордов у нас получается 9-8 в пользу Снута. Так, пытался спорку. О, у Снута вот что еще есть. 11 вайперов, у Блая всего 5. Вот, Снут начинает притягивать на спорке в рудов Блая. Одного минус, ну... Вот кто сконтролит, безусловно. Я не знаю, кто здесь сконтролит. Блая в руды плодят, Снута в руды плодят. Блай-то под своей базой отбивается. А Снут пришел уже, и Блая тут прям это... Ой, хорошо, вайперов Блайт Снуту. Ну, Микоза не хватило, они свалили. А ведь хорошо, там где-то 4 вайпера было за, ну, под Микозом этим. Зафаерболить Блайт хотел, не получилось. Грудов близко ситуация, но можно отдалить. Короче, это... Смотрите, блядь, просто брудлинги отсюда, брудлинги оттуда. Плодятся брудвор, плодится все. Ну вот Снут благодаря вайперам в плюс абсолютно дерется. Он как бы убивает Блая, а Блай молчит. Вот, наконец-то Блай начинает притягивать. Снут в ответ тоже. Что это, Чарлик? Я слышал там Блай или хорош. Так, уюнится. Вот здесь другой Блай, у Снута 6 осталось. Блай чуть давит, но вайперов-то чем контрить он собирается? Так, на одного Микоз попал. Микоз недостаточно. Ой, хорошие Микозы, Блай, давай, давай, фаерболь. Хорошо, Снуту 3 или 4 вайпера забрал. Сколько осталось у него? 6, 4, да, минус вайпера. Блая самого не осталось, но новое заказывает. 10 порок еще делает вообще. Так, 7 брудов поперло.
Так, ну у Рудов власть значительно больше сейчас, чем у Смута. Будет он пытаться дальше идти, я не знаю. Надо спорки хотя бы выгнать отсюда. Тут Блайб Рудов намасил просто нереальную пачку, 16 штук. А чем драться с воздухом и как Смута выгонять, я хз вообще. Фату ставят вообще. Я думал, что сегодня к 11 уже, блин, все кончится. А тут еще полуфинал только идет, и, блин, непонятно, когда он вообще закончится. Ну да ладно, завтра все вопросы решу тогда. Надо билеты в Москву покупать. Так, короче, разлетелись, опять затишье. Блай опять ставит эту хату сверху. Здесь что-то непонятно, все летает. Уснута третья атака, третий коготь. Воздушная третья атака. У Блая броня первая, блядь. А, второй шпиль Блай делает. С одного бы уже мог бы сделать третью спокойно. Давным-давно и броню закатит. Тут из-за того, что не по КДшечке в одном шпиле делал, второй построил сейчас Блай. Сейчас забегания, возможно, какие-то начнутся. Коготь третий не делает, а вот второй заколол. Молодец. Ну, груды, чтобы не перебирали. Спорки не перекапывать. Сейчас вот 5 спорок просто подохнет, короче, на местности здесь без крипа. Вот, выкопал, молодец, Блай, ну, отвел хоть назад, контролил, занимает еще одну базу, здесь базу ставит, то есть Снут сидит, Снута баз достаточно, он просто копится сейчас и делает грейды, то же самое делает, вот смотрите, а, заказал второй шпиль, грейды в одном делается, ну, нужно втором-то, вторую броню-то заказать, то есть, и все, хотя бы. Здесь есть движуха идет. Блай гидрой караптеров несколько сбрил Смуту здесь. У них 0 брони, гидра с 3 атаками, конечно, решает. Ну, как еще может быть? Боевого лимита 128, Смута больше. Ну, у Блая до 200 еще там дофига, ну, у Смута до 200 дофига. Сейчас Блай что-то там заказал, что он там заказал, кстати. 40 собак, забегание будет со стороны Блая, но у Смута по там люркеру закопано на каждой базе практически есть. Так, хорошо, давай притягивает Смута. Груда раз, Смута груда два притягивает, груда три притягивает, спорки есть у Блая. У этого тоже Смута здесь спорки есть. Так, зеленка на брудов Блаевских пошла, он их не сплитит. Все лопнули в хлам вообще, сколько их штук? Больше 10 погибло, 14 потеряно, 4 осталось, а было 16. 12 брудлордов Блая просто взяли и лопнули вообще. Ну это, блин, на уровень. А ведь зеленка не только с другими расами решает. То есть, когда в массе такой она стоит, вы видите, как знаешь. Так, собаки Блая забегают, забревают хату одну. Сразу Блай смещается на другую. 3-1 в эти апгрейды. Собаки-то такие решают. Адреналин-то есть у Блая вообще? Да, есть адреналин. Снут не готов абсолютно к забеганию. Здесь Блай ловит брудов. Ответные действия Блая вполне успешные. Но Снут запас больше ресурсов. Меня очень сильно беспокоит. Но сейчас, если Блай вот эту группу сметет Снуту, то все будет хорошо. Караптеры оттуда и отсюда налетают. Грейды у Снута 3 атаки. У Блая 2-1 на караптер. Что-то фаерболы падают брудов. Блаю Снут вбривает. У Блая больше лимита. Собаки забеганиями везде решают. Нужно забежать, да нахрен эволюшн эти грызть. Там база есть ценная, блин. Блай эволюшн берет 16 караптеров до заказа, но... Да, сейчас Блай перемасит Снута, но, блин, посмотрите, лимит это Снута боевого больше намного. Он там успевает увести. Здесь Роучи Реллджеры вернулись. Снут сам 30 собак заказывает. Блай неплохо Снуту обкарнал эти базы, но вот тут эту бы еще бы сбрить. У самого, в принципе, есть база, но они вообще не добываются, запаса нет, а у Смута дофигища просто минералов.
Да, у Блая рабочих нет. Ему бы сейчас вот тут вот не раскачано вообще, посмотрите. Здесь два. Вот. Вот это могло бы здесь добывать спокойно вот эти дроны. Здесь нихера не осталось вообще. Блай стоит, вообще не законтраливает это. Вот, наконец-то повел. И здесь газа ставить, сюда можно. Вот это все, если бы до битвы было бы у Блая, здесь добыча, у него уже бы минералы подскочили на уровень снуда, потому что у него он успешное забегание там вполне делал. Но добычи нигде там не было в принципе, поэтому Блай проигрывает. Забегания снута пошли сейчас. 3-3 линги, ничего себе с адреналином. Да, это ГГ Блаю, то есть экономику не раскачал. И вы видите, запас зарешал здесь. Одна хата падает, сейчас еще одна хата упадет. Здесь еще бы не грыз бы кухон, было бы прекрасно бы просто. Так, спасибо, мастер Вася, за клипчик. Хороший клип. Смотрите его. Вконтакт выложу сейчас попозже. Ну, 124-170. Блай наверняка не будет сейчас сдаваться, потому что Блай никогда рано не сдается. 41 юнит, кстати, вот Уснута здесь убил. Уснута 88, посмотрите, просто сейчас я захват уберу. Посмотрите на этого люра, вот на эти цифры вообще. Это дичь вообще какая-то. Ну, там и брудлинги были, и собаки, и много там было, соответственно. 93 на 150 по лимиту. Сейчас заделю в группе ВКонтакте слепец с зеленкой. Вот 10-173, ребят. 93 уже этот люркер нарезал. Это все линги там, походу, забегающие были, отдавались. Занял очередную базу по юнитам, что у нас. Кстати, по юнитам тут ну-то больше ничего нет особо. У него 6 брудов, 2 караптора, 9 реводжеров, роуч, 8 инфесторов, 5 вайперов. 2-4 вайпера, 8 брудов, кстати говоря. Блая по воздуху, давай 10 карапторов. Блая, кстати, по воздуху доминирование. Ну, то лимит может развалиться. Теоретически. Вайперы есть, но у Блая нету инфесторов. А у Снута есть. Но у Снута нет неврального паразита, кстати. Бруды к нему устойчивы или нет, я не помню. Вот. Может быть, как-то раньше что-то были в какой-то момент. Сейчас я не знаю. Зато и, блин, просто этими... А, ну Микос плюс фаерболы. Вот сейчас Блай в кучу полетает, как бы, и Микос плюс фаерболы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, по вайперам, по караптерам зелень пошла. Нафиг, груды сбоку прилетают, больше прикрытия у них нет. Смут пытается отступить. Караптеры без плиты, больше 60 на 180. Здесь один люркер Блая пришел. Два мастодонта игры, 44 угла и у люркера убийство, и у Снута люркера тут 93. Ну все, Снут додавливает здесь Блая вообще. Так, Блай уже ожидает, я прыгаю. Лепец добавил.
Зато с Блайтсмайкером топ-1 взяли в PUBG вчера. Три муталиска, да, у Лая, как в начале весь. Зато выжили, чё. Снут тоже зерк, они под командой не снут. Вам перешли, когда Блай сдался. Зато живые остались. Видишь, плюсы есть, короче. Вот. Ну, на самом-то деле, это косяк Блай очень жесткий. Один ноль снут, ребят, вторая карта, не знаю, Блайт будет тут играть или нет. Так, надо будет Даше попозже позвонить. Не муталиски резервисты, а муталиски уклонисты, я бы сказал. Коллаборационистами их назвать нельзя, как бы. Вот. Но уклонисты точно, как бы. Свалили куда-то там, дезертировали и висели над, над этой частью карты. Может, пацифисты, да, они были, не знаю. Так, ну уснута Беллингнест, уснута скорость, уснута хата не самая ранняя, и строятся-то собаки сейчас, между прочим. То есть снутся, это не улыновый наверняка Беллингбас, но очевидно абсолютно, что это Беллингбас. Небольшой такой. У Блая нету Беллингнеста, у него просто собаки со скоростью. С другой стороны, если как-то с королевами здесь от Беллингов отковыряться, если снут прям ломиться будет. У Блая сейчас будет очень много собак, и он сможет контратаковать попытаться. Блай врубил мужчину и понял, что здесь Беллингов можно попытаться сгрызть, но не всех-то он не сгрызет сейчас, явно. Ай, Блай, ай-яй-яй, Блай-яй-яй. Ну, один все выжил, один фигня, тут, кстати, минус сразу. Как-то разве у Блая смут вообще? Привет, бамсик. На Макс поедем с, ну, тут с корешем отсюда, вот, и там присоединятся люди в Москве. Пока по планам, я думаю, немало. Вот. Ну, точно, Илюха с Иванычем. Ну, еще там Миша с Алиной должны. Ну, Баркрафта стрим досмотрел, видели. И тоже. Вот, и там мои там друзья, я сейчас на всю живу. На всю
пишу. Не знаю пока, смогут они или нет. Короче, снут отковырялся, но Блай хоть здесь хоть поддавил, хоть два дрона убил. Тут и то неплохо. Плетка есть, ставятся эволюшные роучи. Меня вот беспокоит, как бы, как бы эта игра не превратилась в копию предыдущей. Пока что что-то... Это как-то туда. Вот. Всем вам здорово! У нас 6 сотен людей сейчас, как бы. Игры интересные. Наша игра, чуваки. Блай завтра только полетит на Валенсию, DreamHack. Тут же Арктур уже, я так понимаю, улетел. И некоторые другие игры. Strange, наверное, тоже с Арктуром они вместе летели. Вроде из России. Все, правда, не знаю, Арктур из Москвы или нет. Вот. Hellraiser, Cas и Аверс. Благодаря тому, что Аверс, блин, ну... Ну, там не Аверс виноват. Там все, получается, виноваты. Аверс не виноват в том, что он не полетел. И в том, что нашел такие билеты, которые оказались на сентябрь. Гонял тут снутовер в Блай, ребят. Ну, третий у снута уже есть. У Блая еще пока не готово. И здесь очень опасный для Блая передроп. Он здесь не контролит, кстати. Опа, спалил роучем. Вот он, оверочек-то. Собаки залезли. Одному роучу-то не справится. Вот королеву уже полегче будет. Так, Блай заводит туда. Дронами надо подконтролить немножечко. Блай дронов сорви. Так, два дрона минус уже. Но это все, что будет минус здесь. Хорошо, отбился. Да, до заказ роучи идет. Парабам 3-4-39. Вот. Блин, вот чтоб с нутом кто-нибудь был в плюсе парабам, я не знаю. Это вообще редко бывает. Так, 76-98. Да, ну Блай заказы делает. Тут там по 7 роуч периодически. Почти что нагоняет снута по лимиту. Кстати, у снута есть скорость роучем, а у Блая улым на роучи реваджеровский идет. А как так получилось-то? Я чуть не вкурил. Вот у все одинаково примерно. Только снута больше лимита, есть лейер, есть скорость. У Блая как бы меньше лимита и нету этого. Ничего, к сожалению. Заходит снут, плетку за залп убивает. Видит два реводжера, начинает их покусить. Я понимаю, реводжер без стенда юнит, чтобы покусить, но снутировочи теряет ногу. Он не в плюс дерется. Ну, всех реводжеров бывает, офигеть. Как бывает, так их назад не уконтролил вообще. Так, ну сегодня после Колизея Аверс рассказывал, как так получилось. Должен был Hellraiser еще рассказать в 20.00. Стримить он собирался. Как бы, может, еще кто-то как-нибудь расскажет. Спросите у них, у самих. Суть в том, что не обратили внимания на дату, ну, на месяц просто. Вот и все. А так как лоукостер не поменять, все, ни хрена. И не вернуть. Уже эти деньги. Так, ну стоят друг напротив друга. Блай тоже там, смотрю, сделал мув. Ну.
Ну, Лэрта Ублая готов. Ой, Люркерден Ублая пошел. Ну, сейчас, посмотрите. 40 лимита боевого разница, как бы сейчас придет и убьет Блая, это очевидный абсолютно момент, у него даже рабочих-то меньше. У него плюс 2 есть у Блая, нет, это ГГ, ребят, 2, а 0 снут это. Ведь ничего Блая сделать не сможет абсолютно. И это абсолютно очевидный момент, к сожалению. К сожалению, финал будет без наших игроков. Будет он против Джеральда биться здесь. Очень жаль, но ничего не поделаешь. Ну что, ждем финала. Сейчас я вернусь, позвонить надо. К.И.Н поддержал ваш канал на 281 рубль и сообщает, обгоняю новосибирскую недвижимость. Так, спасибо, Кин. Что-то я сейчас пока еще не позвонил. Блайд пока повтор смотрит. Так, вот не туда пишу. Все, сейчас позвоню, ребят, тебя добавлю. Спасибо, Кин, тебе за поддержку. Ребят, спасибо всем, ребят, сейчас домой наберу.
Так, ну что, поехали, ребят. Спасибо, Кин, еще за поддержку. Спасибо всем. Снуд против Джеральда, я так понимаю, это бо 5 у нас. И посмотрим, что этот польский прот сможет сделать против такого титана, как Снуд. Так, ну заблокировал тут Снуту вторую базу. Джеральд, третью точнее. Ну, Снут 17-я хата, Гаспул. Карманная база ставится. Здесь пилон, гейт, газ, нексус, кибернеточка, билд. Ну, естественно, фаворит-то тут Снуд. Это очевидно абсолютно против Джеральда. Но вот насколько Джеральд сможет со Снудом побиться на равных или не на равных, это для меня вопрос открытый пока что. Потому что я этого игрока вообще редко видел. Я видел, что он постоянно где-то на Go for Scout на нормальной стадии доходит. Ну вот, какой у него уровень, что он сможет сделать, это непонятно. Так, скорость овером Снуд делает. Валюшнов нет, передров не будет. Просто хочу он все видеть. Что у Джеральда будет происходить. А у Джеральда Твайлайт. Сейчас, кстати, невероятно популярные билды с чаржем. Стали. Вот я вижу роба. Нет, это, видимо, роба Даркшайн. Я не знаю. Что именно это будет. Плюс 3 гейта на второй базе. Такая стенка еще дублирует, чтобы из камня не пробили, пробились сюда не пройти было. И еще гейт можно садить, и вон та общанка жирная станет стенка. Ну, Снуд тут вдоль и поперек все исполосил. Так, в общем, собаки стоят. Да, кстати, есть овер. Ну, собак сколько тут? 5 штук. Даже не 8. Чего-нибудь тебя не сразу грызть смогут, если уже здесь не будут встретить. Призма почти готова. Третий нексус. Нет, пока не ставят. Пожалуйста, прибежали собаки, встретить нечем их абсолютно. Мазеркорк, хрен пойми, куда летает. Если чаш забилен. Ну все, собак легко достаточно минуснул здесь. Так, а где дарки там? Я выхожу из тени. Только что 3 дарка варпалось.
А, это уже вторая призма. Ничего себе, здесь двумя призмами бил. Я эту проморгал, даже вот она залетела сюда. Кстати, тут вообще карфон не готов. Королеву распальтушила моментально. Сейчас еще вторую базу дарки начнут напрягать. Здесь дарками легко просто Джеральд отбивает забегание. Неплохой харас идет. Архоны улетают, надо улететь сюда. Космическое пространство получается. Но нет ресурсов новых доварпить дарков. Там с другой стороны. Вторая харасит с другой стороны. Вторая призма практически бесполезна в этой ситуации оказывается. Здесь уже и роучи 4 есть. А первая где? А первую просто потерял сейчас Зеральд. И я проморгал, как он это сделал. То есть она где-то здесь летала, у кого здесь убийство-то есть? Вот королева есть один. Видимо, она призму избила по ходу дела. Вот эта королева. Здесь вторая. Ну вот сейчас двумя бы призмами можно веселую жизнь было бы снуто устроить. С одной уже нет. Да и можно и выход было бы сделать на 4-то архона сюда. Так, чаш делается у... товарища Джеральда. При этом, при всем, кстати, несмотря на потерю призмы, лимит не вообще далеко никакой не катастрофический. Лимит вполне себе адекватный. Золото Джеральд сейчас отменит. Изи причем. Дарков надо домой везти, архонами продолжать харасить. Рабочих вообще вровень. По лимиту, по боевому тоже близкая очень-очень ситуация. Есть несколько собак Джеральд подрезал. Не знаю, кстати, сколько лет этому просу. Я так понимаю, он из молодых каких-то игроков, потому что, ну, недавно появился. Совсем недавно. До чаржа 40 секунд. Надо бы бустануть его, бы чаш этот, но пока не будет Джеральд чаш. Пытается забрать роуча демжа. Не так просто. Вот здесь овер висит, смотрите. Джеральд, обрати внимание, он так смотрит, забрали прям сильно. Ну и здесь гидра уже, и можно было призму потерять. Если бы сразу бы Джеральд к нему подлетел, то убил бы точно, а так нет. Ну и, кстати, вообще без апгрейдов играет Проц, то есть это выход сейчас будет. Сколько гейтов имеется? 6 и 2 строятся, да, будет 8 гейтов. Ну вот проблема в том, что при таких билдах надо бы стенку на второй базе делать. Стенки вообще от слова совсем нет. А Беллинг Нест у Смута есть? Да, есть Беллинг Нест. Здесь Беллингов пошло в связи с тем, что он есть. Как без Беллингов это все дело отбивать? Здесь массированная такая атака планируется. Ну, Мазер Шипкор, с другой стороны, есть пилоны. Ну, здесь вот, например, можно пробежать на мейн спокойно. Так, приходят белки Архона. Хату Смут не отменяет. В лоб атака будет. По катушке есть призма. Так, призма с тылу где-то варпит. Нужно Джеральду туда лезть? Скорее всего нет. Так, на мейн дроп попер. Здесь пошла атака. Архоны сплит, стрелки где-то сзади. Слишком что-то снуто много здесь. И да хоть и нет второго когтя, Джеральд развалился. А где призма? Где давар? Призма где-то сзади стоит. Давар по недостаточной морду на муле сливает. Ну, топот снуто зарешал. Еще и забегание. На 18 пробок минус подрешало сейчас. 1-0 снут, очевидно, абсолютно. Так, харасил Джеральд, летал, неплохо вроде все делал, но потом прогары... Так, дарки здесь на муне заходят. Снут разворачивает атаку, все домой. 15 дронов минус. Трансфьюзы на спорку зарешали, все, а там пошел, не туда пошел, за камнями склик, нам на мейн, может, жал, не знаю, куда жал там снут. Но это ГГ, все, сейчас Джеральд GG напишет здесь, очевидно, да, как бы, ну, гейтов, грейдов нет. Первую призму не потерял, этот билд бы в разы, ну, не в разы, но он лучше значительно бы сработал, почему? Потому что, возможно, больше харасом дэмэдж нанес, больше бы юнитов в атаке, было бы и раньше бы эта атака, возможно, бы пошла.
Играет не первый год. Ну, Рейнер, он тоже не первый год играет. Ну, он начал 12, а сейчас ему 16. 4 года уже играет, так что... И здесь такая же история может быть. Так, прошу Снута заинвайтить. Жду инвайта. Так, ну все, вторая карта поперла. ГЛХФ, ГЛХФ, Одиссея карт. Я так полагаю, БО-5 здесь в финале месяца, БО-3 точно не будут играть в решающие в финале. Финала месяца это на простом гу поиска частенько будут три договариваются там с корейцами и не только. Так, я не говорил, что он совсем недавно начал играть. Я сказал, что возможно он недавно играть начал. Так, 17-й охват Гаспул, здесь пилон гид, газ, Нексус, кибернетичка. Ну, второй газ. Есть что-то просто едет, типа третий хат хочет подвозить. Ну, Зерк может и здесь третью заказать. С таким же успехом. Так, ну тут пробку Снут прогнал, она, кстати, уже не уйдет. Собаки 4 штуки, сейчас кусь, да, прям здесь ее убьют. Третья хата прошла, здесь адепт заходит, кстати, он даже заходит сюда к крипу.
Ну, Снуп собак отвел. На адепта не лезет, почему без крипа? Скорость у него там 3,5 собак. 4.13, то есть не намного прям быстрее собаки без скорости. Адепта, то есть. Попробую их еще поймай. Его поймай, то есть апроц будет катить, отходить, удар нанес, удар нанес, собака минус за 2 удара. Так, пытается тут найти адепт, не нашел, он там ко второй опять пошел в базе. Здесь он ничего не сделает особо. Зеленомейн прорывет. Еще и дрона минус Дерек, на мейн прорвался, и Роуч Ворон Снуту спалил. Ага. А это все потому, что Снут, видимо, спалил Твайлайт. Не, кстати, смотрите-ка, Твайлайт Снут не заметил. Ну, сейчас заметит, за мейн залетит, очевидно, да, абсолютно. Так, Алекта выходит со сталкером, отгоняют там собак. Пошел, все прям в стенке делается. Да, видит прекрасно сейчас Снут, что здесь происходит. Здесь глефы. Самое интересное, что глефы будут тогда, когда еще, черт побери, даже гипы не откроют. Сверху они глефы, я не знаю. Сталкера Снут поймал. Сверху что-то Роуч Снут подстраивает. Кстати, собак достаточно много идет вперед. Еще держат. А, ну Снут пошел Роучами вперед. Это Роуч под пуш плюс собаки. Сколько Роучи? 8 Роучи. 30 собак, еще 10 строятся. Ну, пару реведжеров наверняка здесь Джеральд сделает. Снут, прости, сделает. Джеральд, конечно же, реведжеров делать не будет. У Джеральда вообще какой-то там адепт пошли. И здесь очень несвоевременный свич в старгейты попер. То есть, с этих юнитов. Вот, 10 адепт в день. А, ну 10 это порядочное количество такое, но... Снут-то в контратаку уже пришел, смотрите. 3 адепт сверху зайдут. Там собак Снут достаточно поставил, чтобы принимать. Здесь зайдет сейчас демо за шипкор, кстати. На мейне вдалеке там висит. Заходят линги. Сейчас фаербулы прям по двум пилонам пойдут. Или прям по адептам. Прям по адептам пошли фаербулы. Там адепт в контратаку заходит. Здесь пилон падает. Сверху пилон тоже сейчас упадет. Больше пилонов нет пока что. Все, да, заходит все внутрь сейчас. 90 на 76. Адепты, правда, в контратаке здесь очень хорошо размениваются. Только собаки их могут встретить. Но гиты падают. Сейчас еще один пилон надо вбривать. Что и делает Снут сейчас. Пилоны падают. Да. Все, прироста лишили хулиган. Хулиган Снут Джеральда прироста решил. Это называется. 20 пробок минус. Да, тут две грелки, да, которые, может, даже отобьют здесь. Но падает второй Нексус. Упадет наверняка третий. Грелки, они тоже, в общем-то, не сильные. Пока они тут будут убивать, здесь уже рабочих погибнет очень-очень много. Вот Роуч. Так, Роуч с собаками тут бомбят минеральную линию. Нужно ли фаерволк? А, ну здесь собаки на третью прибежали. Да не, здесь хоть, я не знаю, даже два карьера, короче. Даже два карьера не зарешало бы точно. Может, два мазершипа бы спасло. Джеральд, не знаю. Но мне кажется, едва она зашила, даже все бы не убили было. Даже с воронкой. Вот как в компании был в воле, где там надо убить его было, который землю насквозь проламывал. Мазершип, тот, может быть, и спас бы. Так. Давай это ждем. Отлично, прыгаю в игру. Ну, что-то похоже, что тут навряд ли со Снутом получится у Джеральда справиться. Он явно послабее здесь. Ну, а я сегодня что-то подзадолбался уже. Хоть и запись стояла, конечно, но сегодня после долгого перерыва пошел побегать. Подустал.
Так, минутку Джеральд попросил, ждем, ждем, ждем. Так, да, конечно, завтра ГСЛ буду стримить. Завтра ГСЛ, это Алима Лига, по-моему, будет. Ну, после ГСЛ, если успею что-то из Алима Лиги постримить, то еще это постримлю. Ну, вроде завтра ничего больше не будет. И после этого, конечно же, буду я отдыхать. Вот. Сейчас посмотрю еще раз. Да, больше ни хрена. Там немножко, конечно, днем что-нибудь появится, но может быть появится расписание там Колизея. Да, кстати, дайте-ка Колизей-то я гляну. Так. Не, нихера пока плей-офф не распределен. Но очевидно, что не просто так они его возьмут, простанет. Нужна консультация с корейскими игроками. То есть нужно выяснить, когда у них свободное время. И, ну, чтобы над GSL, Star League, там, всеми корейскими туриками и другими важными. Че, есть и дела, как бы, и просто дела. Хотя, если ты кореец и прогеймер, то какие там у тебя дела, помимо StarCraft? Ну, конечно, на StarCraft сконцентрировано очень сильно. Вот. Нужно быть, чтобы так играть, как и на Вейшн Бьян какой-нибудь там. Ну, я думаю, скоро будет. Я думаю, тянуть они точно не будут с этим делом. Я единственное, боюсь, сейчас они чуть пару туров проведут до того, как на Макс я уеду. Я уеду там на 5 дней, блин, на финалы просрём мы все. ХЗ, короче. Пробкой приходит сюда у нас Джеральд. Здесь стенка рядом с камнями. Хорошая стенка с камнями. Такой проходик. Адеп зашел, смотрю. Почти что. Ай, два дрона срезал. Одного спас, одного не смог. Точнее, третьего, которого адепт атаковал, получается. То есть там не было места, где спорки заказать. Ему рабочие мешали. Он просто не успел. Да и королева рядом стояла.
Так, ну по рабам близко сейчас по рабочим. Оракул вперед летит. Спорки нету, снут. Кстати, на мейне нет, ни на второй, ни на третий. На второй, да, две королевы, а на третий чего? А на третий борода рабочий ставит газ. Ну, не смог газ запилить. Здесь хорошо оракул выпиливает. Джеральд отвлекся, там дроны подъезжают. Да куда ты там, друг, энергии-то много? Сколько ведет рабочих? А здесь вообще ничего не осталось? Да, королева одна осталась, оракул минус. Ну, в итоге, да, три дрона снут потерял, оракула сбил. Здесь овера шатает, в это время феникс убивает. Глефы где у нас делают? Вот у нас глефы делают снут, видел вообще? Ни хрена снут не видел. Не знает тайминг глеф. Вообще у снута все стандартно. Помимо того, что он, конечно, ну, терпильно любит поиграть, как-то вот последнее время, раньше не было у него такого стиля, не так давно. В целом у него как бы всегда все очень сильно продумано, то есть он тайминги идеально там эти все знает, как бы до заката, ну, как он идеально, иногда КСБ перехалявит. Входит его постоянно тираны корейские, там, рабочих у снута, там, 68, 2, дроп прилетел 16 мариков, все, минус снута, все, боевого лимита нет. Здесь, конечно, не так все происходит, но тоже, блин, бывает, иногда перехаляют. Но, видимо, Джеральд не тот игрок, который готов снизу так сбрить за это. Макрохата, третья раскачивается, 54-49 по рабочим, еще Снут очень-очень много добавляет их. В плане зажимания СД Снут, наверное, из-за только сливка, как Снут зажимал в воле, потому что у сливки там 4 линга или 2, и просто 68 дронов, так стратегию он свою называл. Ну, строил сказать неплохо рабочих он тоже. Но сейчас в целом уровень, конечно, выше на порядок, чем тогда был игры. Столько лет прошло, то есть надо было играть, чтобы в теме быть. Чтобы на высшем уровне европейском катать. Так, понятно, сливка, если будет играть, там ГМЛ моментально выйдет, там будет шатать кого-то. Этого явно недостаточно. Так, оракул придет, какое ощущение, стазисную ловушку хотел тут Джеральд прям заказать, но под спорку попал и улетел еле-еле оракул. 92-85, по катушке скорость гидре беллингом. Четвертая хата здесь ближе к центру, крип во все стороны идет. Здесь можно было, кстати, один на мэне так обнести сюда. Если один отсюда вести, то мы этим отсюда спрыгнуть и два вот туда наверх как бы тащить крип. Но это я уж, конечно, в идеале хочу, чтобы вообще по всем там прям направлениям все в крипе было бы. Собаки на адепт, куда они кидаются? Накинулись тут на адептов прям. Но в тылу просто нет никакой обороны у Джеральда, кроме, да, варпа, говорит Джеральд. Варпает 8 адептов, и оборона такая, хоп, которая сразу же уходит отсюда. На Мазеркор, я не знаю, что-то сюда перевести, где он там летит, энергии нет особо. Так, на мейн адепты заходят. На второй адепт заходит, на мейне адепту с беллингами моментально Снут забирает, а на второй линга гидра их забирает, а на третий никто их не забирает. Но и они ничего особо здесь не убивали. 9-10 дронов минус Снут Джеральд. Это не так уж много, учитывая Снута до заказа все эти. Я думаю, он быстро очень здесь восстановит рабочих. Хотя он сейчас боевой лимит строит. 8 гидралисков, 47 собак, беллинг нест есть. То есть сейчас так, оракул здесь был сбит. Адепты здесь в центре бегают, я смотрю. Так, 4 полетело сюда. Будет Джеральд телепортироваться, интересно. Я бы ему не рекомендовал бы это делать, но он какая мразь. Он же не знает как, об этом. Будет что тут рекомендовать или нет. Хотя, если бы он знал, он ведь знал бы, что у меня вся карта-то открыта. Вот. И нам-то видно, что на самом деле происходит. 66-18 по боевому лимиту. Снуто по всем тут щелям этой карты. А карта у нас секвенсор. Ну, с этими островками. Много переходов, камней, пароходов. Как бы. Очень много юнитов. Снуто, короче, сюда бежит. Есть беллингов очень много. Так, есть 9 плюс 13. Скоро 22 бейна будет, короче. Вторую беллинги заходят. Все, здесь план раскатывают. Это 3-0, ребята. Это 3-0. Но ожидаемый результат на самом деле. То есть верхняя часть сетки явно сильнее была. Там и Касс, и Блай бы могли всех у Джеральда и всех выиграть бы по нижней части сетки. ГГВП это еще Джеральд, 150 евро получает.
Джеральд 50, молодец, чем финал месяца Гоуфу СК, второе место занять, это почетно, я бы сказал. К сожалению, призовую не такой, как раньше, раньше был значительно лучше, но вот теперь вот так вот. Так, стоп-старт, сейчас сделаю, вернусь к вам.